Дорогие друзья, здравствуйте! Сегодня Международный день телевидения, и как заведено на телеканале «Старт», мы начинаем отсчет, новый исторический отсчет в истории спорта в нашей стране, потому что сегодня на канале «Старт» стартует первая суперлига нашего канала, суперлига «Старт», чемпионат Москвы по коротким нардам, который проходит под эгидой Федерации нард России. Я, Григорий Твалтвадзе, честно вам признаюсь, более 50 лет играя в эту замечательную игру, никогда не мог себе представить, что она может быть такой сложной. И поэтому рядом со мной маэстро Юрий Акопов, президент Федерации Москвы, нард Москвы, для которого, наверное, и правила, и регламент — это вот то, что называется хлеб насущный. Юрий, ну, давайте, вступайте, с Богом! Как говорится, большой игре большая дорога! Спасибо огромное. Добрый вечер, дорогие друзья. Действительно, сегодня знаменательное событие. Первый день такого крупного турнира. Старт Суперлига по коротким нардам. Это индивидуальный чемпионат Москвы в индивидуальном зачете. Ну что же, будем смотреть и ждать. Вот и участники первого матча. Вообще, надо сказать, что у нас собраны, ну, ведущие силы. Я бы сказал, топ-12 игроков, ведущих игроков по дисциплине короткие нарды в России. Сейчас... Это Сергей Ерохин. Да, перед вами Сергей Ерохин. Международный гроссмейстер, победитель крупных турниров в Мерите. И финалист чемпионата мира 2015 года. Финалист чемпионата мира 2017 года в парном разряде и много другое. А это Константин Пучков. Я так полагаю, что из этих 12 топ-игроков это одна из самых опытных. Совершенно фигур. Верно, совершенно верно. Это Константин Пучков, победитель Олимпиады по коротким нардам в Венеции 96-го года. Один из самых опытных. Вообще, дорогие друзья, вы знаете, футболисты, волейболисты, борцы, гандболисты будут завидовать, откровенно говоря, если вот с профайлами наших игроков они столкнутся и увидят, какое количество титулов на международном уровне было выиграно этими замечательными мастерами. И вот знаете, что интересно? Я вот поразился тому, что... Да, конечно, нарды — это игра. Игра миллионов. И когда простой игрок в нарды сталкивается с правилами, сталкивается с какой-то новой реальностью, да, то ты начинаешь понимать, что тут все серьезно. И я для себя сделал удивительный вывод. Вот из этих 12 человек, по-моему, 2 человека закончили университет нефти и газа имени Губкина, остальные все математики, все физики. И это чрезвычайно интересно. Юр, ну давайте это поговорим. Это все производное этого образования, умение играть в такие игры, как нарды. Да. Очень много математики, конкретно теории вероятности, но мы это все увидим во время эфира. Давайте о формате. Сейчас перейдем к формату, к системе розыгрыша. Ну и вот дайте Давайте. Нам, пожалуйста, этот материал. С удовольствием расскажу очень коротко, что тут всем телезрителям. В Суперлиге «Старт» по коротким нардам участвует 12 игроков. Матчи проходят каждый понедельник в студии телерадиокомпании «Старт». Один игровой день, 2 матча. Формат матча – часовая сессия геймов с использованием куба удвоения и правила Якоби. По истечении 56 минут игроки доводят до конца текущий гейм, после чего матч завершается. Результат матча – баланс выигранных и проигранных очков по итогу сессии. Первая стадия Суперлиги «Старт» – круговой турнир. Каждый сыграет с каждым. 11 туров. Один тур – 6 матчей, 3 игровых дня. Таким образом, регулярный турнир – 33 игровых дня. Итоговый результат для каждого игрока по окончании кругового этапа – арифметическая сумма его результатов в каждом туре. 8 лучших попадают в плей-офф. 2 игровых дня – четвертьфинала, еще один – полуфинала и заключительный игровой день – матч за бронзу и финал. В итоге турнир продлится с 21 ноября по 1 сентября, когда и определится победитель Суперлиги «Старт».
Ну, спасибо Денису Косинову за эту замечательную подводку к нашему сегодняшнему игровому дню. А я хочу сказать, что есть о чем поговорить и представляя наших сегодняшних игроков. Так что давайте внимательно за профайлами этих игроков последим. Ну а теперь, собственно, о правилах и целях этой игры, которую мы называем нарды, и в частности о такой ее дисциплине, как короткие нарды. Начальная расстановка. Ну, играют два человека, это игра индивидуальная, у каждого свой цвет. В данном случае я буду играть черными шашками. Расстановка следующая. В дальний левый угол две шашки располагаются, в дальний правый 5, вот так 3 и вот так 5. Красные, соответственно, располагаются абсолютно одинаково, симметрично по отношению к черным. Какова цель игры? Направление движения шашек следующее от дальних двух шашек и вот по кругу сюда. Ну, соответственно, красный вот так. Как мы осуществляем движение шашек? За счет броска игроки ходят по очереди, что-то выбрасывают. Например, 6-4. Это означает, я в любом месте доски, любой из одной из своих шашек могу сходить 6, а другой шашкой 4. Или одной шашкой 6 и 4. И осуществлять это движение. Изюминка и сложность этой игры состоит в том, что если есть одиночно стоящие шашки, например, вот так, и я выбросил тройку, и хочу пойти раз, два, три, эту шашку я замещаю своей, а эта шашка считается сбитой и возвращается в самый начальный путь, то есть сюда, за доску. Мы ее ставим здесь, чтобы не забыли. И вот это правило и усложняет эту игру, делает ее удивительной, динамичной и сложной в тактическом и стратегическом аспектах. Ну и конечная цель игры – это, заведя все шашки в эту секцию, она называется дом, соответственно, это дом красных, продолжить движение за доску, это называется выбросить все шашки. Кто выбрасывает первым, тот победил. Ну, это был короткий такой подводящий момент к правилам нарда, о которых мы сегодня будем говорить по ходу комментариев, несомненно. Ну, а сейчас давайте все-таки к профайлам, да, тех игроков, которые сегодня сядут лицом к лицу за доску. Ну вот мы представили вам Сергея Ерохина, теперь Константин Пучков. Вы обратили внимание, наверное, да, дорогие друзья, что Пучков еще плюс ко всему президент любителей наездников Центрального Московского ипподрома и плюс ко всему еще и потрясающий игрок в покер. Да, я уже не говорю о том, что оба наших сегодняшних участника кандидаты наук. Это вот то, о чем я говорил изначально. Ну что, мы готовы... С удовольствием подключаемся, да, к комментарию, к старту баталии. Да, поехали, как говорил Юрий Алексеевич Гагарин. В добрый путь. Ну вот так вот выглядит наша студия. Да, это установка времени на дистанцию всего матча. 56 минут до текущего последнего гейма. И вбрасывание. А вбрасывание, обратите внимание, дорогие друзья, как производится, как называется вот этот вот замечательный инструмент слева? Этот инструмент называется баффлбокс. Да. Это распространенное, давно уже устоявшееся правило вброса зар, когда кто-то кидает зары не рукой, а вот через такое несложное приспособление, где зарики случайным образом перекатываются между гранями и выпадают, как сейчас, например, 3-2. Ну, такое стандартное начало избрал Константин Пучков, сыграв 1-1, активно. Да, активно, да. На, два поля сразу. На пятое и на седьмое поле. Ну, мы видим с вами, дорогие друзья, вот разблюдовку цифровую, да, в левом углу экрана. 24 ячейки и плюс ко всему нам предлагается еще и вот такая чуть убыстренная, что ли, картинка.
Давайте я прокомментирую для зрителей, что означает эта картинка в левом углу. Совершенно верно. Это отражение того, что происходит на доске, но с точки зрения программы, которая существует на сегодняшний день и которая признана наилучшей машиной, скажем так, да, движком, который находит наилучший ход в любой позиции, стрелочки, которые вы видите, это демонстрируют наилучший ход. Сыграют ли так наши участники, мы этого не знаем. Да, вот сейчас, когда выпало 6-1, я, честно говоря, будучи достаточно рисковым в игре, я бы сыграл на 18-е поле и с 17-го переложил бы, закрыл бы ход. Но там сразу возникала опасность получения тройки. Так, объявляют... Сейчас был интересный момент. Константин взял куб, который был в середине. Это не игровой зарик, не игровая кость. Это называется куб удвоения. То, о чем мы говорили вначале, еще будем говорить. И предложил Сергею удвоить цену игры, либо сдаться. Вот так звучит это правило, куб удвоения. Сергей мог либо сдаться, либо удвоить. Продолжить игру без удвоения он уже не может. Так, таковы правила. Он принял куб. И чтобы мы не забыли, никто не забыл, игроки в том числе, куб перемещается ближе к Сергею. И мы помним, что все видят, что куб на отметке 2. Это значит принято удвоение. Ну, вы знаете, у меня, как у человека далекого от международных правил, так и хочется сказать, что вот это вот удвоение, огромное количество игроков в нарды знают как дав. Да. Да, есть такие да. наши термины, дави или дау. Дави или дау, да. да. И вообще надо сказать, что многие термины, они ведь пришли с тех самых древнейших времен, когда эта игра зародилась Совершенно в верно. Персии. Да, потом правда, какая-то некая такая корректура произошла в названиях, благодаря тому, что игра и в Турции распространилась. Ну, а вообще, короткие нарды – это ведь не Азия. Давайте я здесь несколько слов добавлю тоже для образования всех смотрящих эту передачу. Разновидностей нард существует очень много, и в каждой стране ввиду той или иной исторической специфики сложилось по несколько разновидностей. Но одна разновидность, которую мы сейчас наблюдаем, короткие нарды, или в английском звучании бэкгэмон. Да, это игра, которая играет по всему миру. Именно в эту дисциплину проводятся чемпионаты мира и крупнейшие международные турниры. Да, у нас, как вы обратили внимание, часы. Это как в шахматах. Да, вот на каждый это... гейм да. игроку дается по 2 минуты на весь гейм одному и другому игроку. И плюс 10 секунд дополнительно, которые как дополнительный банк времени при совершении хода. Вот если 10 секунд он потратил, игрок истекает, вот тогда списывается время из общего банка из 2 минут. Да. Вы видите, что одна шашка... У желтых перевес. Да. У желтых большой перевес. Они заперли 2 шашки. Но ему надо посадить сначала убитый камень. Нет, это нет проблемы. Зеленые будут двигаться. Вот видите, все открывают. Рано или поздно желтые зарядятся, есть такой термин. Вот обратите внимание, очень хороший пример. Сейчас зарик один встал на угол. Это говорит об оборудовании инвентаря. Это абсолютно точные зары, которые выверяются компьютером. Настолько точно отцентрованы, что его можно поставить на вершину, если отцентрованно. И он может не упасть ни на одну из сторон, поскольку точно поймал центр тяжести. Вот это мы сейчас видели. Да. В этом случае игроки перебрасывают. Да, и я хочу сказать, что задал вопрос с самого начала, когда вот мы готовили эту студию. Почему вот эти зары или кости, они не белые? Ну, тут же последовал профессиональный ответ, что дабы избежать наполнения Совершенно костей верно. Какой-то дополнительной, скажем так, да, дополнительным материалом, да, чтобы, ну, есть, вы знаете... умельцы, которые в состоянии... Хотят получить перевес, скажем да. так, нечестным да. образом. Да, да, да. Но вот сейчас ситуация такова, что у Ерохина вот эти вот 2 камня, которые заперты, потому что максимальный ход 6, шестой ход... Ограничен. Это, да, девятая, то есть 16-я вот сейчас луза, 16-я ячейка, она закрыта. И вот приходится Ерохину строить такой колбасный завод, как говорят... В народе. Да. Костя занимается сейчас обычной технической работой. Постепенно заводит с края шашки в дом. Ну, вот сейчас освободилась шестерка. Да. И вот сейчас одна шашка... А, 6-4 это у желтых. Вот сейчас зеленые есть уже 5-ки и 6-ки для выхода. И проблема в том, что может оказаться еще раз этот эффект,
что одна шашка останется под давлением. Вот как сейчас. Пятерка, ну, вот выходит. Пятерка есть. И есть достаточно большое количество бросков. Позвольте мне сказать сразу, 16 бросков, когда желтые может, могут взять это поле третье с темпом. Ну, не повезло. Не повезло. Видите, максимальная должна была быть четверка. И тогда бы любой бросок позволял занять поле. Да, а тут выскочила пятерка и вопрос двойка. Вопрос сейчас в другом. Имеет ли смысл ударить шашку, поскольку да, зеленый... рискнуть. Две шашки будут дать через все поле долго, но зато в доме стоят очень удачно выброс. Видимо, бьет. Надо бить. Да. Бьет, да, бьет Пучков. Поскольку здесь не так много шансов зеленым попасть. Всего а вот 30%. Вот это уже очень интересно. Вот это была цель удара. Теперь да. Желтые закрывают полностью. Еще могут ударить эту шашку, не выпуская зеленых. Совершенно верно. Заставляя их кидать тройку до тех пор, пока это не состоится. За это время желтые зайдут в дом и будут выбрасывать. Не состоялось. Не состоялось. Так. 3-2. Три заходим. И два надо либо выбросить, либо переиграть шестерки, чтобы не было безопасных опасных. Ну, два выбрасывается, да. Гости не боится открыться задними шашками, поскольку дома у зеленых нету. Если даже удастся состоится ситуация, что желтые откроются, зеленые побьют. То ну, дома удачные, у зеленых нет. Шаш, шесть, да, угроза Марса. Давайте так, назовем эту позицию. Зеленые стоят под Марсом. Ну, напомним, на всякий случай, тем, кто вообще не имеет отношения к Нарлам, что такое Марс. Если один из игроков выбрасывает шашки первым, это засчитывается победой. Если он не просто выбрасывает первым, а так, что противник не выбросил ни одной шашки, это засчитывается. Нет, тут не так двойной. Все просто. Тут выпала шестерка. И желтым придется делать весь круг одной шашкой. Но по-прежнему перевес. Они уже выбросили 5 шашек. Осталось 10 на столе. Извиняюсь, 11. 4 шашки выбросили. Но это уже немало. И нет проблемы пробежать одной шашкой, поскольку... зеленые, даже если будут бить, вот как сейчас, желтые спокойно будут заряжаться и продолжать движение. Не попал. Но Марсов не уже попал. Практически мы не видим. То есть ясно, что вот это бросок такой, что не попадает, но заходит сразу в дом, все 4 четверки. Если дубль, играем 4 раза то, что на игральных костях. На всякий случай информация для не очень просвещенная. Ну, вот сейчас обострится гонка. Ну, обострится, потому что открытая тройка, да, открытое вот это третье очень поле. Важный бросок. Да, сразу зеленые 4. Выкинули 3 шашки, осталось четное число 12, ровно на 6 бросков. У Константина выброшено 4, сейчас выходит еще одна. Выброшено 5 шашек, 10 на 5 бросков. Зеленых меньше бросков, чем у желтых. Ну, если не будет. Ну, если не будет тройки. Не будет. Вот именно над этим сейчас Сергей задумался, не показать ли еще дальше удвоение, то есть по 4, потому что... Считает. Да, вот какова видим. Вероятность того, что в ближайшие 2-3 броска, как минимум 2-3, Кости сможет найти несчастную для себя тройку. Тогда он переиграет одну шашку, не выбросит. И очевидно, что он отстанет в гонке на выбросе. Придется потом кидать дубль, а это не так много шансов. Вот именно это сейчас математически рассчитывает Сережа. Можем посмотреть, что показывает компьютер. Так. Что показывает движок, сейчас можно было бы посмотреть. Если был ли здесь редабл? Нет. Компьютер советовал не удваивать. Советовал не удваивать, это ошибочное удвоение. Ой-ой-ой-ой-ой, какая... Видимо, компьютер знает, что происходит в таких пришла. Случаях. И теперь моментальные по 8, и зеленые должны сдаваться, очевидно. Ой. Хотя, стоп. Да, у игроков тоже. Ну, сейчас считаем, 6 шашек на 6. Конечно, все равно это удвоение. Так. И не буду вам забегать с правильным ответом. Давайте оставим это на паузу. Раздумьем гроссмейстера, Пучков делает международного выпад. Гроссмейстера, компьютер покажет классический ответ, пас. И Сережа это прекрасно знает. На 3 бросках пытаться бросить дубль невыгодно. Ну что ж, 4-0. После первого гейма повел Константин. Пока опыт. Ну пока вот, опыт. Вот да, такие качели, откровенно говоря, были в этой партии, что ну, мы с вами были свидетелями, дорогие друзья, что могла чаша весов качнуться и в ту, и в другую абсолютно сторону. Абсолютно верно. И в ту, и в другую. И Пучков, и Ерохин сыграли на удвоение. Но вот расчет, тонкий расчет, да, вот именно тонкий расчет позволил Константину Пучкову
взять 4 очка. Совершенно верно. Кстати, в этой партии пока единственный. Мы увидели ровно все прелести и красоту этой дисциплины. Это смена позиций, смена лидерства, возврат лидерства назад, зависимость от точных ходов и точных решений. В одной партии увидели все. Ну, здесь перевес зеленый, сразу удваивают. Компьютер показывает удваивать и верное решение кости принять. Пока играет все точно. Ну, два камня убитых у Пучкова. Но еще игры очень много. Да, конечно, конечно. Сдаваться нельзя за одно очко, но удвоение принимается. Но если принять во внимание, что там выскочили 6-6, и ему некуда было посадить. Это несчастный бросок. Да. Мы это называем несчастье. Конечно. Случилось несчастье, Костя не смог бросить ничего, чтобы зарядить шашку. Казалось бы, 6-6. Единственное. Да, единственный самое бросок. Крупное, самое счастливое, как говорят, знаете, знатоки, ну не знатоки, а любители этой игры, когда выпадает там 2-3, 2-3 раза, допустим, там 6-6, да. Говорит, душа ж намазан, душа ж намазан. Ну, душа ж это 6-6, это опять-таки, используя терминологию, допустим, вот ту классическую персидскую терминологию. Ну, вообще, у меня, вот мы говорили с Юрием, что мне, конечно, было бы интересно время от времени вставлять такие термины, термины, да, 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 те самые, вот шашчар, да, звучит красиво, да, и главное 6-4, да, 6-4, да. Да, да, да. Тем временем давайте посмотрим, что происходит на доске. У зеленых был план начать реализовывать преимущество, создавая так называемый прайм, это подряд идущие взятые поинты. Ну, в частности, в доме уже взято 4 поля из 6. Ну вот Костя зарядился тройкой. Ну, видите, он грамотно очень сыграл, потому что вот посадил Пучков на тройку, на третью, в третью ячейку камень, а максимальный удар на шестую пустой. Ну, в данном случае это было форсировано. Что бросил, то и поставил. Ну, вопрос с зеленым, как сейчас дальше добивать. Подождите, Юрий, не вы ли меня убеждали, что удача в нардах на втором месте? Нет, мы отталкиваемся от факта. Да нет, конечно, от факта, конечно, я с вами того, согласен пришло полностью. На игральных костях, а вот как распорядиться этим, это уже мастерство. А управлять, к сожалению, броском мы не можем. Это, ну, это классика. Бросок, это классика. Да, полностью уже, да. 5-пятипоинтовый прайм в доме. Вот эти ходы стандартные, да, которые знают, наверное, сейчас все спрашивается, любители. Можно ли бить желтым? Видите, на выходе одной шашкой можно выйти и ударить. Но в доме голая шашка, и там за домом много голых шашек. Может получиться Марс. И Константин решил не бить, а укрепить дом. Значит, занимается, как мы говорим, строительством дома. Too much. Так. Ну вот теперь полностью прайм готов, но стоит ли его брать? Седьмое поле, видите, вот компьютер показывает, что стоит. Даже несмотря на то, что оставляется голая шашка, и желтым надо же еще вначале в нее попасть, это не так много, видите, да, не попали. Единицы нет. Вот теперь хитрый яки, как говорят. Хитрый яки, самый яки, сильный значит, единицы, единичка, да. Да. Зеленым сейчас надо постепенно подводить шашки в дом, расположить их на шестом, пятом, четвертом полях достаточно равномерно, чтобы выбрасывать и постараться не подставиться. Да, здесь сложно, сложно будет, конечно, Константину выбираться вот из да, сейчас этого ему будет, 24-го сейчас он все будет поля. Зависеть от того, насколько нескладные рескладные броски прилетят зеленому цвету, Сережи. Но тут технической работы много. Правильно завести шашки, чтобы минимизировать шансы на открытие одной шашки. Чтобы, как мы говорим, не подставиться. Ну да, интересно. То есть здесь может только 6-1 сыграть. В данном случае, да. Только 6-1 исключительно. Единичка есть, но второй шестерки кубик не показал. 1-1. Ну что же, Костя построил дом. В случае, если удастся подбить зеленую шашку, то игра поменяется противоположно зеркально в точности. Ну что, есть вариантов несколько ходов. Да, 7, но только в сумме. Компьютер показывает зайти четверка и тройку переиграть с пятого на второе поле, я так думаю. Ну а какие здесь еще варианты? Можно открывать, зайти тройкой открывать и выбросить четверку. Шестую? Можно зайти тройкой и выйти и выбросить четверку ближе к Марсу. Вот это сейчас Сережа ну, рассматривает. Вот, да, вот да, он да. Такой вариант и принял. Да. Компьютер ну, вариант был еще зайти четверкой и переиграть тройку. Вот я этот сказал да. Как первый. В этом варианте зеленый чуть ближе к Марсу. Они же уже начали выбрасывать шашки.
но чуть больше зависит от бросков и больше нескладных. Потому что если бы зеленые бросили 6-4, обратите внимание, в этой позиции, им пришлось бы открыть шашку. Прошу прощения, 6-5. Так. Ага, вот как. Не стал выбрасывать все 4, да? Надо стараться оставить в качестве последних шашек четное количество. Четное количество, да. Сережа, потому что прекрасно если знает. Если придет, допустим, четверка, которая окажется, уткнется в эти, две желтые шашки, то тогда придется будут открываться. Проблемы. Будут проблемы. Пока придется все открываться. Хорошо у зеленых. Сейчас их самый неприятный бросок для зеленых — это 6-4 и 5-4. Будут две голые шашки. Миновали эту проблему, 5 выбросили, переиграли. Марсов немало здесь. Ну, имеется в виду количество исходов этой партии, шансы выиграть Марс у Сергея немало. Особенно после 4-4. Все, осталось 1, 2, 7 шашек. Это 4 броска, если без дуплей. А желтым надо пробежать еще полный круг. Все равно держит Пучков свою шашку. Вот тут интересная ситуация. Да. Если желтые шашки не то, что не выбросят ни одной, а еще не уйдут из дома противника, как сейчас, если придет дупль, не пришел. Ну что, единичка? И вот сейчас, если не кинули 6-3. Нет. Если бы желтые сейчас не смогли выйти из дома, зеленых, остались бы в этой секции, не побили, то зеленые бы выиграли, но уже не Марсом, а есть так называемый термин в международном языке, он называется «бэкгэмон». Марс Гэммон, а ситуация Б Гэммон — это победа в тройном размере. Простая победа, когда один игрок выбросил раньше другого, а другой что-то выбросил, успел. Это Ойн в одну очку. Марс, как мы уже говорили, двойная победа. Марс или Гэммон. А Б Гэммон в русском звучании звучит так. Кокс. Да. Это в тройном. Был близок к победе Коксом. Ну что ж, счет сравнялся. В каждом гейме оппоненты выиграли по 4 очка. Это немало. Видно, настроены по-боевому. Играть агрессивно, с кубом. Были ранние кубы и в той и другой партии. Угу. Ну, стандартный дебют. 6-5. Зеленые убежали. 6-2. Желтые развиваются. На двух сторонах доски. Это совершенно верный ход. 5-1. Надо бить. Вопрос, две шашки или одну. Ну, обычно компьютер показывает в таких случаях бить одну шашку. Да, так и есть. Сережа это прекрасно знает. Что сейчас зависит, что-то от удачи. Вот желтые удачно заряжаются и бьют шестерка. Возвращают шашку назад. Игра в дебюте только начинается. Что такое дебют нардах? Дайте дам короткую справочку. Оба игрока стремятся получить, борются за инициативу. Как можно больше полей нужно взять в доме, в своем, и за двумя отсталыми шашками изначальной позиции продвинуться в доме противника. И вообще любые поля на доске надо брать в дебюте, получить позиционное развитие, структуру, как мы говорим, максимально гибкую. Ну вот последовал дабл. Я имею в виду дабл, прошу прощения, дабл, хотел сказать, дабл 5, 5-5. Желтые убежали шашками, теперь зеленый 1-1. Зеленые отставшие шашки, но обратите внимание, желтые стоят сейчас не гибко. Видите, нету, сейчас очень зависит сильно от броска, чтобы не подставиться. Вынуждены играть 5-4 за спину, чтобы не подставиться. Они ждут желтый 3-1, 4-2, дупля. Зеленые играют абсолютно свободно, да, строят вот дом, вот, да? Конечно, максимально строят дом. Ждем, что желтые подставятся. Я, честно говоря, думал, что вот с третьего хода он уйдет на 12-е. Мы отстаем, это видно, визуально. Поэтому не надо бежать, если мы отстаем, пытаясь обогнать противника. Надо, наоборот, рассчитывать на контакт, то есть на возможность подбить шашку желтых. И для этого подготовить дом. Что сейчас, собственно говоря, желтые... Шашьяк очень удачный. Что сейчас зеленые делают. Вот это очень хороший бросок. 6-1. Хотя бы еще один пункт на доске появился под контролем кости. Зеленые будут продолжать строить дом, другой игры нету. Что они и делают? Дом и потом прайм, то есть стеночку из идущих подряд двойных шашек, то есть взятых пунктов. Застыл Константин. Он думает над кубом. Ну, здесь перевес по гонке визуально, сейчас я постараюсь быстро посчитать, но, похоже, желтый немножко впереди, поэтому он думает, не удвоить ли. Потому что просто продолжать гонку с перевесом хотелось бы по более дорогой цене. То есть с кубом удвоения. Ровно над этим сейчас Костя думает. Но еще много работы. В доме ничего не взято, еще будут проблемы. И Костя это тоже, я думаю, с этой же мыслью прямо сейчас согласился телепатически и решил продолжить броски, пока не возьмет в доме пятое или четвертое поле. Или, может быть, придет еще крупный дубль, тогда перевес по гонке будет еще более значительным.
Да, ну здесь пока все вот в безопасной зоне было сыграно Ерохиным. Ну, обычно пока нету в доме ничего, я имею в виду никаких пунктов, кроме изначального шестого, дабл не рекомендуется ставить. Очень хочется, как бы чувствуется желтый впереди. Сейчас Кости проделывает определенные вычислительные расчеты, пытается понять разницу в гонке. Если бы нам мог показать компьютер ее, но мы решил показать. Но здесь рано, этого куба здесь нету, поэтому легкий тейк или взятие куба. Такой день, но это очень хороший бросок. Ровно того пункта, которого не хватало, Кости сейчас получил. Но не так много было бросков, чтобы взять этот пункт. Ровно 9. Прошу прощения, 10. Зеленые продолжают 5-5. Кидать 5-5, я имею в виду крупно, поэтому мы сейчас можем получить позицию близкую к первой партии, если помните. Тот ход, конечно. Нет, он вынужден такой бежать. Нет, он просто уже сейчас бежит, надеется на 6-6. Не лучше было перестроиться в доме? Нет, дом ломать нельзя. Тогда потеряется весь смысл. Даже если желтые подобьются, если подвинуть шашки с шестого в первое, как вы, наверное, думаете. Я просто исхожу из того, что вот эти две шашки, они не устоят, которые у него остались в доме, в доме у Константина, у них нет как бы вот... перспективы. Да, придется мостика, выйти. Мостика, им не нужен на котором мостик. Они желтые зацепились идут, бы. Желтые идут чуть быстрее. И зеленых сейчас план на игру в основном только на 6-6. Или вот на открытую шашку, которую сейчас Костя вынужден подставить, на бросок 6-4, или как-то она, если там будет открыта, на дальний удар. 5-4, как мы говорим, штанга. 5-4, нужно было 6-4, да. Это штанга. 4, и это 5. Ну, не совсем точно, но это не принципиально здесь, это не очень большие ошибки. Желтые бегут в дом. Так, постараюсь быстренько посчитать гоночку. Но, к сожалению, компьютера мы не видим. Кстати, обратите внимание, сейчас на графической картинке внизу цифры 1.92, 2.94. Это класс игры. Оба играют великолепно. У Ерохина экстра-класс, Константина Пучкова чемпионский класс 2.88. Что это за цифры? Быстренько прокомментирую. Это отклонение по всему ходу нашей игровой сессии. Вот они играют сейчас третий гейм, да? Отклонение от точных решений. Абсолютных отклонений так играет только компьютер. Это ноль. А дальше небольшие отклонения, они суммируются. И с учетом общего количества ходов выдается этот коэффициент. Он называется PR. Performance Rating, скажем так. Вот это вот интересный момент. Это сейчас, уровень игры. Дорогие друзья, сейчас взялся за шашки. Да. О, я сейчас с удовольствием об этом расскажу. Да, положил, потом вернулся. Это вот момент, который... Играем по-строгому? Да. В отличие от шахмат, дорогие друзья, где мы все знаем, тронул, ходи, в нардах и международных правилах, и в наших российских царит одно и то же единое правило. А именно, пока не ударил по часам, то есть не передал ход противника, можно рассматривать любые ходы, касаясь шашек и перемещая их в соответствии с костями. Отличается анализ шахматной позиции от нард тем, что нард... гораздо больше вероятностных раскладов, и не поставив шашки в те поля, которые я хочу предположительно поставить, невозможно, очень тяжело считать вероятности. Когда поставлена позиция, это как точно сформулированная задача. Я ее решаю, если я вижу лучшее решение, я возвращаю назад. Другими словами, в нардах разрешается перемещать шашки до того, как я принял окончательное решение и менять ход. Но если я уже ударил по кнопке часов, все это означает ход сделан. И противник берет зар и кидает, как сейчас Сережа, бросил 5-1. Отстает, эта партия напоминает первую, только не было контакта. Желтые были впереди и остались. Похоже, выиграют Пучков, 2 очка. Да, Пучков выходит вперед. Правда, у нас в первой партии была интрига. Помните, там были дубли два раза 4-4. Влево-вправо. Да, Сережа даже перевернул куб. И тут же был двойной бросок, дубль 5-5 от... Кости, он еще раз перевернул по 8. Здесь не... вот так что-то такое близкое. Три шашки уже ушло. По-прежнему зеленые отстают как минимум на один крупный дубль, четверочный или выше. Троечка пропускаем. Желтые выбросили одну шашку. Вот сейчас 4-4 или 5-5-6-6 обострит игру. Ну, пока приходит. Пока ждем. 4-1, это неплохо. Две шашки не помешают. Единица плохо, тройка плохо. Желтых лучше, но разрыв сокращается. 6-3 плохо, к сожалению, да, не выбрасывают шашку и становится на нечетном количестве. Видите, в доме у зеленых нечетное количество шашек. 9, это значит 5 бросков. Вот сейчас очень важен дубль в борьбе за победу.
6-4, да? А, перебрасывается, там кубики не легли гладко. Кстати, еще вот такой момент. Бросок зар или игральных костей засчитывается как полноценно корректный, когда оба зарика лежат абсолютно гладко на поверхности доски. Если они ложатся на шашки, на бортик, любые там косые положения, кривые, если так можно сказать, не засчитываются, бросок перебрасывается. Ну, это как последний шанс. Ситуации... Да, да нет, ничего не будет. Это как в ситуации, когда зари на две стороны и доски и на две падают. Стороны тоже да. не разрешается. Да. Да. 6-4. Ну что ж, пока борьба достойная. Пиар, показатель мастерства очень близкий, достаточно высокий сам по себе. Игроки, это означает, игроки делают мало ошибки или, так скажем, не грубые технические браки. Хотя были ошибки и с кубом, по-моему, там Костя показал преждевременно, но пограничное было решение. Как разыгрывается первый ход? Игроки кидают, если равные зарики, они перебрасывают. И если у кого-то больше, как сейчас у Сережи тройка и двойка, то он играет именно 3-2. То есть здесь исключен вариант, что тот, кто выиграл, тот бросает совершенно следующей нету партии. Нету правила, поскольку нет это уже правила. Слишком, если так можно сказать, вы уже выиграли партию, записали себе выигранные очки, и это не дает права начинать следующую партию. Более того, почему я сказал, Сергей ходит 3-2? Он выиграл выбрасывание, но не кидает сам, а именно ходит то, что на доске, тем самым исключая возможность первого хода в виде дупля. Потому что первый ход уже перевес, вы раньше противника начинаете гонку, да, к победе. А еще и с дуплем это огромный перевес. Поэтому международное правило гласит, ходит первый тот, кто бросил больше, а именно то, что лежит ну да, на доске. Понятно, это понятно. Просто опять-таки возвращаясь, такой ликбез для огромного да. количества любителей нард, что не факт, что тот, кто выиграл предыдущую партию, новую начинает именно. Без розыгрыша. Тут с розыгрышем. Совершенно да. верно. Вот, душаш. 6-6. Как правило, для любителей нард стереотипно считается 6-6 хороший бросок. Я вам скажу, как правило, так и есть. Но иногда это может быть очень страшный бросок, который проигрывает. В данном случае это не из этой серии, это хороший развивающий бросок. Это 24 очка, это 4 шестерки, 24 очка. В конечном итоге, дорогие друзья, игра в нарды в любые. Это игра на окончательную цель в виде, кто быстрее выбросит шашки. И вот единственная игра, ну, может быть, не единственная, так не буду, но, тем не менее, одна из немногих дисциплин, где разрешается бить шашку, возвращать ее назад. И вот за этого игра становится очень сложной. Абсолютно азартная, абсолютная интрига, интрига возникает. Да. Да, поэтому... Нервная, напряженная, ну... потому что победа близко, но она может уйти, и надо постараться и бросить хорошо, но самое главное здесь сыграть намного хорошо. Больше динамики, намного. Я имею в виду длинные нарды. Ну, безусловно. Да, потом, здесь... конечно, длинные нарды игра интересная, я ничего очень не могу сказать. Очень интересная, имеет свою но... теоретическую базу, но длинные опять-таки, не такие динамичные. Они не динамичные, и я бы применил такое определение не очень телевизионные. Возможно, не очень возможно. Телевизионные, потому что здесь мы вот с вами. Хотя уже... аудитория игроков, любителей, все-таки, я думаю, по длинным нардам превышает любителей по коротким. Но это вопрос времени. Международный стандарт короткий, так, но мы сдался? Играем. Да, перевес сдался. Большой был по скорости. У зеленых не имело смысла принимать этот куб. Это было бы потерянное лишнее очко, и Костя предпочел сдаться за одно очко. И решение по программе я сейчас не успел поспорить, или нам его не показывали. Я думаю, очевидно было дабл пас. Имеется в виду правильно поставить удвоение, и за Костю правильно было сдаться. Вообще, дорогие друзья, я хотел бы дополнить, что вот каждый игрок, вот каждый матч, да, он идет до 56 минут. Весь матч. Весь матч, да. А каждый гейм, да. Да, это очень важно, потому что мы немало копий сломали для того, чтобы найти какой-то оптимальный такой телевизионный вариант. Именно, именно, да. Да. Ну и игра стоит свеч, как говорится, потому что никогда в России... Я не знаю, только ли в России нарды на телевидении отсутствовали как везде. Вид, как, везде. Как класс, как... Это впервые у нас в стране, это очень что, приятно. Так что вот, считайте, что мы вот такой потрясающий эксклюзив. Совершенно эксклюзив, да, эксклюзивный ход сделали именно в день, Международный день телевидения. А как же? А как же? Надо же... правильно отпраздновать, да, события. И вот два
человека, которые вписали уже свое имя в историю телевизионных нарт. Константин Пучков и Сергей Ерохин, или Сергей Ерохин и Константин Пучков, люди, которые открывают нарды на телевидении. Совершенно верно. Ну и мне очень приятно, Юрий Грантович, что мы с вами тоже к этому каким-то образом причастны. Мне очень приятно комментировать игру своих коллег по цеху, как говорят. Кстати, если Сергей Ерохин, наверное, впервые на телевидении, то Константин Пучков, будучи профессиональным мастером игры в покер, там тоже много разновидностей, уже присутствовал не на одном телевизионном столе, то есть в финальных столах крупных турниров, в том числе и чемпионата мировой серии по покеру, обладателем браслета, которого он является. Мы об этом наездником? А наездником отдельная история, отдельный. Это его хобби, да. Несмотря на возраст, Константин лично иногда участвует в бегах. Не в скачках, а в бегах. Это такая колясочка, опять запряженная. Да, опять посчитал, что лучше сдать. Ведет. Так. Ну что ж, счет уравнялся, 6-6. 6-6. Борьба действительно упорная. То есть это говорит о том, что мы имеем дело действительно с мастерами высокого уровня. Хотя разница в счете может быть объективно при правильной игре обоих игроков и достигать 7, 8, 50 очков как угодно. Задача не подарить, то есть не ошибаться там, где не надо ошибаться. И использовать те шансы, которые дает удача. Константин не рискует. Нет, это нельзя сказать не рискует. Вообще термин риск к нардам профессиональным решениям вообще не имеет значения, ну никакого. Мы, любители этой игры, можем говорить риск. Понимаю, что сейчас подставится шашка, может быть побита. У нас, у мастеров теперь, скажем так, профессионалов этой игры. Нет, я просто что имею в виду? Все считается математически. Вот, я вот это, что вот на одной стороне весов. Имею в виду, да, что в этом объявив, смысле риск. Объявив дубль, да? Костя мог бы рискнуть, мог пойти. Мог бы, да, мог бы рискнуть, принять, но... Посчитал вероятность, скажем, или шансы на победу. Нет, лучше проиграть одно очко. Да, в переводе на математический язык, я гораздо чаще эту позицию проиграю, чем выиграю. Настолько чаще, что невыгодно это проверять сейчас и сегодня. Ну, посмотрим, дорогие друзья. И да, во-первых, оно же и во-вторых, оно же и в-третьих. Я хочу сказать всем любителям нарт, что, друзья мои, каждый понедельник у вас вечер с 21:45 будет занят. Будет занят, потому что всего в общей сложности будет сыграно 33 игровых дня пройдут перед нами. И вот 12 лучших, в том числе, кстати говоря, и мой соведущий сегодня примет через сколько? Через 2 недели. 5 декабря будет моя очередь через помучиться. Через 2 недели. Вот тогда и мы посмотрим. Да, это я очень люблю задавать вопросы, знаете, там, бывшим футболистам или там бывшим... Опять. А вот сейчас а вот был теперь... перевес, мы пока отвлеклись, был перевес позиционный настолько великого Константина, что этот удвоение, которое он должен был показать и показал, Сергею принимать не имело смысла. Поэтому правильное было решение удвоить и правильное решение пас. Счет 7-6. Так вот. Экватор уже прошли, кстати, наши участники турнира. Прошли, конечно. Да. Уже совсем немного осталось времени. Так вот, довольно часто спрашивая у бывших футболистов или хоккеистов, которые анализируют какую-то игру, я люблю отводить их в сторону и говорить: а вот вы когда были футболистом или игроком, да, или хоккеистом, вы всегда идеально все исполняли? Как правило, дело заканчивается шутками. Поверьте, за доской гораздо сложнее, так гораздо вот, легче комментировать. Поэтому, друзья мои, посмотрим мы с вами через 2 недели, что нам за доской продемонстрирует Юрий Акопов. Посмотрите, конечно. Буду волноваться, буду стараться. Но я буду за вас болеть. Спасибо. Я буду за вас болеть, потому что ну, я вынужден в какой-то степени, да? Спасибо. Потому что, знаете, как говорят, если ты разделил микрофон с кем-то в эфире, это как горбушку хлеба пополам. Я вот первый раз комментирую на телевидении, но испытываю огромное чувство удовлетворения и приятного настроения сейчас вместе с таким профессиональным комментатором, как Григорий Толквадзе, комментировать первый действительно у нас в стране. Так я первый раз в жизни нарды комментирую. Так, мы что-то зеваем, давайте вернемся к баталиям. Так,
Кости показал куб. Ну, сбитая шашка зеленая, это уже хорошо. Достаточно сильный дом, правда, открытая голая шашка. Но всегда куб показывает перед своим броском. Это очень важное правило. Не просто любой момент, а перед броском. Это означает, сейчас желтые будут кидать. Такое нервное состояние. Да, потому что еще одна голая шашка зеленая, обратите внимание, видите? И так по-профессорски как-то спокоен. Спокоен. И побоялся морсов. Здесь, если зеленые, желтые подобьют еще одну шашку, то там уже будут проблемы большие. У зеленых при этом ни дома, ничего нет. Вот видите, дорогие друзья, наверняка, знаете, такие лихие парни, сидя за доской для нарт, решили бы, что а что сейчас вот, сейчас судьба улыбнется. Только 4 очка. Нет, здесь математика. Здесь математика и нежелание. Ну что же, на этой дистанции практически в одну силу играют соперники. Обратите внимание, в правом нижнем углу у нас есть оценка компьютера. 3.21. Это пиар Сергея Ерохина. И 3.56. Практически очень близкие значения. Это достаточно высокий уровень, я скажу так, гроссмейстерский. Кстати, Сережа Ерохин один из двух гроссмейстеров международных в нашей стране. Он играет в диапазоне пиар от 3.5 до 4, не выше. Да, финалист. И среди участников турнира, я забегу вперед, чуть-чуть среди участников нашего турнира есть еще один гроссмейстер, Микаэл Варданян. Он играет в пределах 2.5-3. Это что означает? 2, извиняюсь, 3? До 3.5. Свыше 3.5 это Сережа, а до 3.5 это пиар, тот самый коэффициент пиар. На дистанции значение пиара не выходит за 3.5. Это гроссмейстер по международной квалификации G2, а Сережа G3. Признаюсь вам, дорогие друзья, я сейчас ничего не понял. Когда комментарий закончится, я буду мучить Юру, чтобы он мне объяснил заново все. Да, да, да. Я повторю очень коротко. Потом, вот сейчас, обратите внимание, потом, видите значение пиара внизу. 3.13, 3.41. Я об этих цифрах. Хороший пришел 6-3. Так, давайте оценим. Желтые три шашки сзади, две и одна сбитая. У зеленых... Да, и 6-5. Надо было прийти 6-5 при чуть-чуть закрытой пятерке и шестерке. Тоже несчастливый бросок. Но посмотрим на стратегии игры. У зеленых взяли 5-й пункт в доме. Будут стремиться сейчас создавать какие-то дополнительные пункты. Так называемый 7-й, вот рядом с серединочкой. Или в доме 4-й. Желтые очень активно сейчас, хороший бросок. Взяли очень важный активный пункт, 4-й так называемый. Теперь куб не скоро, наверное, появится на доске. У желтых устойчивая защита, несмотря на то, что они отстают. Да, и вот у этих двух камней, которые сейчас пока в доме у очень Сергея, хороший бросок, да, 3-5-6, варианты выхода. Это джокер. Обратите внимание, у желтых стоят 4 подряд. Поле взято, это называется прайм из 4. Да, вот. Теперь зеленые будут пытаться в доме у желтых взять 4-й пункт. Одну шашку поставили, а желтые будут бороться, чтобы их выдавить. Посмотрим, удастся ли или нет. Четверки не видно хорошие. Либо не надо. Видно, не да. Видно. Похоже, Костя, имея хороший, так называемый термин якорь в доме зеленых, вот видите, две шашки, может попытаться протаковать в 4-м пункте. С 8-го в 4-й ударить четверку. Четверку он выведет, а шестерка. Либо четверка дальше есть неплохая, кстати, выйти дальней шашкой. Вот так вот. И четверка выйти отсюда. Это, наверное, еще лучший ход. Не стоит ломать прайм, пока преждевременная атака. Это лучший ход, и компьютер, кстати, это показывает. Ну, вот в результате... Сейчас, ну, что делать? Риск... Это не страшно. Ну, да, я понимаю, что вернется не страшно, шашка, но... все остальное было хуже. Зеленые просто бьют на проходе. Теперь желтые опять заряжаются. Зарядились, и шестерка нескладная. Да, потому что шестой... Шестерка нескладная, но, похоже, надо бить в первый пункт. 17-й ход закрыт. В первый пункт надо бить, не ломать структуру на доске. Нельзя ломать 13-й пункт, этот вот переходной. Костя это понимает и бьет в первом поле. Не ломая структуру, при случае даже, может быть, еще зеленый протанцует, не ударит. Вот как сейчас, видите? Так называемый полхода отнимают. То есть отнимают полноценный ход. Потому что один зарик надо точно сыграть, чтобы зайти в игру. И только одна шашка будет активна, надо на поле что-то делать. Зарик, дорогие друзья, возвращаюсь к шотландскому словарю. Значит, это Кости. Да. И я очень рад, что хотя бы слово «зари» мы можем произносить. Значит, как раньше. Как раньше, да, как положено. Не только Кости. Нет, можно, конечно, говорить Кости. Играли да. Кости, но, можно но, и «зары», или «зарики», «зары». «Зары», да, да, «зары» да, это приятно, один «зар» приятно, это «зар», один да. «зар». Да.
сейчас ведь в очень непривычном положении находятся и игроки, согласитесь. Потому что на турнирах, в других каких-то ситуациях они могут общаться, они могут говорить, они здесь могут тоже попивать могут, но просто они сейчас кофе, заняты рассуждениями. С, а тут, знаете, тут все-таки телевизионная такая специфика. Да. Определенная, да. И... Мне кажется, кстати, игроки справились с волнением. Я вот просто знаю обоих, я вижу, что они такое ощущение, что они играют как будто бы в нашем обычном игровом спортивном зале. То есть они не ощущают давление камеры, и это здорово. Ну, профессионалы же. Да, ну, да, вот. Да. Ну и пятерку надо тащить сюда. Доктор, кандидат экономических наук может? Вот эта пятерка мне не понравилась. Я не понимаю ее смысла. Абсолютно это поле, даже если зеленые возьмут, ничего не дает, а позволяет вот шашку вернуть вот назад. Вот так вот. Надо было тащить шашку с 15-го поля сюда. И двойка. Ну да, вот компьютер показывает. Ну да, да. А здесь тоже 2-1. Ага. Так, что, ладно, давайте к текущей позиции. Обмен ударами идет. Ну, текущая позиция какая? Вот так вот. Опять еще одну шашку желтую вернули назад, а зеленые по-прежнему вот хотят закрепиться в четвертом поле. Три. А вот пятерка проблема. Либо выходить. Либо бить. А да. Бить сразу нет, подставлять, либо открывать два. Либо спускать с 13-го поля. Ну там да, нечего да, бить. Да. С 13-го на лишаться 8-е. Этого пункта, лишаться этого пункта. Либо выходить. Костя избрал вариант оставить один якорь в доме врага на третьем поле и попытать счастье в пророй. Ой, джокер. Это шикарный, да, это обязательно бьем, 3 единицы играем. Конечно. Сережа делает, а четвертую на выбор. Шесть три, шикарный бросок, тоже джокер, закрепились, мы зарядились и вышли из дома, ровно встав на ту шашку, которая была одиночной. Это шикарный бросок, опять конструкция стала чуть-чуть статичной, на доске в целом структура за обе стороны. 6-2, развивающий ход. Зеленые должны тащить последнюю шашку и вот эту вот прятать на голову. Что они и делают. Ну, видно, что по гонке мне сейчас сложно сказать. Но гонка очень важно влияет. Если я буду считать, это я достаточно быстро считаю, но я боюсь, я не поспею в любом случае за ходами игроков. Но похоже, что зеленые... Минус 22, как нам подсказывают. Да, как нам подсказывают минус 22. Которые уже тоже въехали в эту систему. То насколько отстают, я понимаю, да. Отстают. Так, 6-2. Да, ну здесь достаточно простое решение. Пять-четыре, да, такой да, стандартный все, занос. Это, вот этот вот тип позиции на доске называется так называемый holding game, то есть сдерживающая игра, оба стороны, оба цвета держат какие-то пункты, и дальше ждем, когда у кого-то иссякнет заказ, запас свободных где шашек. Где трещина произойдет. Да, запас да. свободных шашек, и начнется какое-то движение. Хотя шашка зеленых, стоящая в 16-м поле, там на той стороне очень доски, опасно, как мне представляется. Они не в зоне прямого достижения, не в зоне шестерки. То есть только в наборном, как мы говорим, флайтом. Ну или четверка, ей тоже надо проскочить мимо вот этих вот стоящих нет, в 13-й вот и 16-й позиции. Он берет шашку, которая не является прямо достижимой, только 7 очков. 7 очков есть, будьте любезны. Вот. Да, в наборе, но их надо было бросить. Костя бросил этот джокер. И вот теперь появилось время, когда можно пробежать задними двумя шашками срочно. Срочно выходить задней шашкой, вылезать, пока зеленые могут протанцевать. И уже очень близко что-то, где-то решение с кубом. Сейчас Костя задумается. А вот теперь непонятно. Непонятно, вернее. Зеленые зарядились. И о кубе пока, наверное, рано говорить. Или заносить, или играть внутри здесь. 30. Ну не бить же. Вот, 5-5. Это, конечно, это, джокер, да, потому что мы это, бьем шашку это... в доме. И даже два... улыбнулся так саркастически, Сергей. Ой, какой джокер в ответ. Это просто... Я считаю, он даже повесомее, чем 5-5. Это очень был под угрозой дабла, дабл-пас. А вот теперь
Ну, тут и ответ хороший. Опять ответ. Тут хороший. Та самая красота коротких нарт, о которых мы говорили. Да, и вот сейчас попадай в четверку. Попадай. А если не попадает, то опять подвисает решение с даблом. Да, не попадает. Потому что голая шашка на борту, Кости даже не подумал. Даже не подумал над решением куба, а стоило задуматься. Хотя они сзади, но вот сейчас точно, если он не задумается, я очень сильно удивлюсь. Опять не наконец, некуда он сажать. Меня услышал, может быть. На кокс играешь. Даже Сергей улыбнулся, что, по-моему, опоздал на ход. Дабл пас. Он сказал, я думал, говорит, на кокс играешь. Да, то есть предыдущее решение, я думаю, было дабл, может быть, тейк, может быть, то скорее пас, по-моему. Да, без куба. Такая позиция, здесь Сергей мог еще 3-4 броска кидать. Да, Юр, мы вот о чем не сказали. Вот этот счет, 6-9. Который сейчас присутствует. Как он турнирно работает? Да, вот ведь что надо обязательно довести. Давайте с удовольствием прокомментирую. На моменте счет 9-6. Но еще есть у нас игровое время до конца сессии. Там видно небольшой красный сектор. Это оставшееся время до окончания сессии. Предположим, как-то закончится данный матч. Не хочу называть ничего в сторону. Предположим, он закончился, как мы сейчас видим, 9-6. Это означает, что по итогу этой встречи противостояние Пучков-Ерохин победил Пучков со счетом 9-6. Это означает, он набрал свою копилку плюс 3 выигранных очка. То есть, если было бы 10-7, 5-2, роли не играет. Да, он набрал баланс, его баланс плюс 3. И потом это все суммируется по каждому понедельнику. Матчу, да, совершенно верно. Всего 12 участников. Несложно понять, что каждый сыграет 11 таких сессий. И вот арифметическое сложение 11 результатов даст его итоговый результат по итогу регулярного кругового первого этапа. Но, вы знаете, какие-то балансы могут быть положительные, как сейчас, если Костя выиграет плюс 3, какие-то, если он проиграет, отрицательные. Арифметическая сумма даст его итоговый результат. Да, Георгий? Я хочу сказать, что вот мы сегодня беседовали с участниками, с теми, кто будет во второй паре играть, мастерами. Да, нас ждет еще увлекательная вторая пара. Да, и ведь все четверо в один голос говорили: ребята, какие спасибо. Же вы молодцы, что огромное вы вот это выражаем, придумали, да. Что вы это придумали. И знаете, друзья, я вам хочу сказать, что когда стояла задача найти не собеседника, а сотоварища в том, чтобы вот продвинуть эту идею в жизнь, меня потряс Юрий Акопов, сидящий рядом со мной. Спасибо. Потому за что когда я сказал о том, что ну так давайте встретимся, знаете, какой был ответ? А давайте сегодня. Да. А давайте сегодня. То есть, судя по всему, вообще вот настолько среди нардистов вот назрело вот это, да, еще это вчера, желание. Хочется сказать, да, еще даже не вчера, а позавчера, наверное. Да-да-да. Что вот давайте. Давайте делать это благое начинание, потому что, ну, вообще, ну, друзья мои, настольные игры, это же чрезвычайно интересно, чрезвычайно интересно. Не случайно Министерство спорта зафиксировало эту игру как официальный вид спорта и внесло в реестр, поскольку здесь очень много мастерства, класса, необходимых качеств, которые присущи любому виду спорта, мы здесь будем наблюдать. Это и математический расчет, это психологическая устойчивость, физическая подготовка. Да, есть элемент удачи, но он никогда не доминировал, не будет доминировать вот над что сейчас результатом игры. Что сейчас с Душашем? Душаш, 6-6, который намазан. Не может быть плохим. Но до этого зеленый в какой-то гейме кидали. Да, но не бьет. Два раза. Не бьет. А эту Душашку не нужно бить за спину, не надо брать. Да, конечно. Вот я к тому, что вот лихая башка какая-нибудь, сейчас бы бум-бум. Точно бы бум-бум, да. А тем самым важно позиционно, вводя шашку в игру, всегда важнее. Да, вводя шашку в игру, ты или на второе, или на третье, или на пятое поле посадишь, которое вот открыто. Вот как играет, открывает две шашки. Это, я уверен, лучший ход. Потому что бить в первом поле означает те две шашки желтые. Больше в этой игре не подвинуться никогда и никуда. Так называемые мертвые шашки. А зеленых нет проблем зарядиться вот в это пятое поле, с которого сейчас пошло движение. Надо все шашки двигать равномерно в сторону своего дома, поддерживая позиционные блокады, беря пункты, нанося удары по шашкам, которые в игре, но не по первой шашке. Это редкий случай, когда надо бить крайнюю шашку. Вот, пожалуйста. 6-4. Вот такой вот антиджокер. Вот пятый пункт. Сейчас надо атаковать и пытаться за него бороться.
и тащить шашку издалека. Совершенно верно, вот это. Сейчас очень важна пятерка для зеленых, иначе угроз очень много. А ее ну, нет. Хотя бы обе зарядили. Ее нет, да. Хотя ну, бы удача, удача, да, нет, что он посадил оба камня. Костя думает, но я думаю, никакого куба здесь нету, поскольку пятый пункт еще не взят, даже если он будет взят там много игры сзади за желтый цвет, и еще отставшие две шашки. Я не думаю. Шанс. Сейчас посмотрим, если что-то там компьютер покажет, может, я ошибаюсь, так при беглом анализе. Ну, нам, к сожалению, пока графика вот показывают. Нет, было удвоение, ваш комментатор здесь ошибся при беглом анализе. Компьютер показывает, да, было удвоение и правильный пик. Пункт за пунктом берут желтый, вот теперь уже очевидно преимущество, да. Ну, очень ценный бросок сделали первый желтый, взяли пятый пункт. 6-2, отлично. 2, сейчас 6. Посмотрим, вот эти вот отставшие желтые шашки скажутся, и, не дай бог протанцуют сейчас. Вот я о чем опа, говорю. Вот вам. И сейчас и позиция Яган может 1-1. Перевернуться, если зеленые закрепятся на том поле, они закрепляются. Дальнюю шашку выставить шестерку. Я там не успел посмотреть доску на память. Есть ли где-то четверка на столе? Есть четверка на столе, спустить надо. И спускаем четверку. Это очень важный пункт, взяли зеленые, который связывает заднюю секцию дом желтых. Если там зеленые будут оказываться. 4-2. Вот сейчас, может быть, 2-4 побить. Костя не решается бить. Нет. И дает зеленым еще живые темпы. Ну, я бы неужели бил. Будет кстати, бить? Компьютер показывает бить. Ну так надо тогда сажать на двойку убитый, само да? собой, я об этом и говорю. Переигрывать. Нельзя давать полный ход да, зеленым. Да, вот да, Костя да, 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 да. Потому что очень много бросков, когда зеленый протанцует. То есть вообще не зарядится. 45%. Не попал. Вот. И вот теперь развивать атаку за желтый, за зеленой голой шашкой в погоне. Что там? Яган очень пришел. Плохо. 1-1. Очень плохой Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Надо что-то, какие-то перемещения в доме. Костя решил сыграть надежнее. Ну, это, наверное, это единственный точно. Вариант был. Может быть. Может единственный. Быть. Я думаю, надо было оставлять шашку. Кстати, компьютер показывает одну голую. Может быть, оставлять шашку. Вот удалось подбить еще одну шашку. Вот теперь перевес желтых снова начинает реализовываться в сильном доме. Опять Сергей не может посадить да, камень. В сильном второй. Доме желтым надо постараться брать третий пункт. Но и в то же время задние шашки бегут. Какую задачу ставить приоритетной? То ли забирать дом? Я бы старался борьбу за дом. Да, Костя туда решил потянуть шашки. Вот совпадает с моей идеей постараться быстрее взять дом, стремиться к Марсу. Ну, теперь очень сильная зависимость от бросков, как и всегда, собственно говоря. 6-6, что ли, не вижу? Да. Это просто вот раз-два и берем третий пункт. Конечно, это надо брать ни в коем случае. Ничего остального делать нельзя. Вот теперь очень велика вероятность. Оп, единица золотая. И 6 занести в дом, ничего не открывать. И постараться сыграть против этих трех разрозненных шашек желтых. Им надо как-то пробираться через посты, скажем, зеленых. Но пока у зеленых нет дома, еще и голая шашечка вдвое, во втором поле, видите? Опа! Не попал, никто ни никуда 7, не попал. Ни 2. Продолжаем строить дом за это время, пока желтые еще не добежали. Срочно строим дом. Ничего открывать нельзя, очень много морсов, надо строить дом. Не знаю, что показывает компьютер, я бы обе шашки в дом заносил, и 6, и 4, ну да. 2-5, по-прежнему шашка под боем. Теперь двойка нужна. Ну и правда, зеленых по-прежнему дом не готов. Голая шашка в доме. Но в любом случае, если будет двойка, надо бить, наверное. Двойка есть. Да, Сергей не очень доволен, что рано ударил. Лучше бы ударил попозже, когда дом построил. Но бить надо. Двойка есть, а вариантов? Тройки. Ну какие? Спасти шашку в доме, но она уйдет на первое поле, никогда не будет живой. Но какой план ставит Сережа? Уйти от Марса? Ну, с другой стороны, там 5 закрытых в доме позиций. Нельзя подставляться. Ну, нельзя подставляться, да, конечно. Вопрос теперь опять не к слову риску, а каковы точные шансы, что зеленый ударит. И не ударит. Да, что желтый не падут. Побил. Да, решил, что это сделать на поздней стадии. Еще будет шанс открыться, подстроить лучше дом. Очень много морсов, открытые шашки. А Костя пользуется тем, что дом недостроенный, бежит сразу. Сразу бежит, не давая шансам зеленым построить дом. Уже, видите, 5-3 ничего не бьет, и желтые очень близки к цели, завести все шашки в дом, больше не подставляясь. 3-2, вот заводим одну шашку, 3-2 до конца. Зеленый сейчас, видимо, построит дом, да, уже сильный дом.
И вот теперь ключевой бросок. Нельзя единицы двойки кидать, особенно с шестеркой или пятеркой. Скоро зазвенит. 3-1. Это здесь есть пока шансы внутри сыграть. Игроки говорят, скоро зазвенит. Они понимают, что текущий гейм может быть последним. Текущий гейм может быть последним. Опять Кости не везет. Вынужден ломать что-то в доме. А, решил подставиться сразу. Ну да, сейчас это не страшно. Во-первых, еще попасть надо. А во-вторых, зеленые уже сломали, как мы говорим, дом. И шестое поле для зарядки свободное. И еще две шашки на первом поле проблемно вытаскивать. Гейм обнуляется. Так, 5-1. Ну что, строим дом или бежим сюда? Это в одной цене, эти два хода в одну силу. Так, неполноценный бросок. Некорректный, вернее, перебрасываем. 2-2. Что значит некорректный в данном случае? Зарик не лег ровно на доску. Некорректный бросок. Костя играет осторожно, не стремится выбросить. Разгрузил шестое поле сначала. Как мы говорим, нету пункта, нет проблем. То есть на том месте, где стояли шашки, я уже не откроюсь никогда. Надо равномерно подчет. Ну да, с пятого. С пятого, да, теперь конечно. С пятого по принципу чет сзади потихонечку выбрасывать. Но надо думать и о Марсе тоже. Но здесь зеленый с домом, сейчас желательно не открыться аккуратнее. Шикарный бросок, можно разгрузить пятый пункт. Поскольку Марсов навряд ли будет, но по крайней мере, если и будут, так тоже их немало. Но зато сильно-сильно отдаляется проблема быть подбитым. И обратите внимание, 6 шашек на четвертом поле, то есть все по правилам. По канонам, и 4-3, опять оставить 4 в конце, чет. Все, как мы говорим, как в театре, последний звонок. В нашем случае это звонок гласит, что текущий гейм последний в этой сессии. Счет 9-6. Вопрос, будет ли счет 13-6 или 11-6. Хотя все может быть, и может подставиться, зеленые подобьют и даже смогут выиграть. Ну, желтые еще ударили и вышли. Это разрешается правилами. Продолжают выбрасывать, а зеленые еще по-прежнему даже не зарядились. Все пока аккуратно. Сейчас очень важно зеленым уже бежать от Марса. Шестерка по-прежнему танцует, как мы говорим, не заряжаются. Не вижу. Видимо, что-то с единицей. Да, Костя разгружает аккуратненько пункт за пунктом. Вот и вот теперь проблема. Стоять или бежать. Поскольку любые два крупных, если зайти в единицу, любой бросок из двух крупных откроет желтую шашку. Но, к сожалению, дом сломается. Тут надо просто посчитать, за сколько бросков желтые выбросят. Раз, два, три. Скорее всего, за четыре, поскольку единица будет на трех бросках. Вопрос, если сейчас зеленые побегут, хватит им трех бросков, соответственно, против четырех желтых дойти до дома. Не попал. Хоть и сказали, не доставать. Быстро. Раз бросок, пока без единицы. Может быть, еще. Ну, зеленые, походу, могут убежать. Похоже. Да, очень близко к дому встали сейчас. Ну, если только... Нет, дупль, во-первых. Не дуплет, да, Костя потер да. Зарики. Ну и бросил худшее, еще и с единицы. Теперь у зеленых есть 2-1. Запас. Все, зеленые ушли от Марса, партию игроки признаются. А счетом 11-6. Первая встреча первого телевизионного турнира формата «Старт Суперлига» закончилась победой Константина Пучкова 11-6 или плюс 5. Первый результат в нашем турнире зафиксирован. Да, замечательно, дорогие друзья. Я поздравляю всех вас с таким классным началом. Да, игроки, видимо, какие-то последние эмоции выплескиваются, уже выдохли, обсуждают какие-то партии, мы, к сожалению. Я так полагаю, что они сейчас оговаривают какие-то, может быть, моменты. Обязательно. Где ты там сейчас вот меня сделал? Это обычная история, да, где что не сложилось, или наоборот, где я был неправ, или прав. Но я хочу сказать, дорогие друзья, что Константин Пучков обязательно появится в нашей студии. Мы его немножечко попытаем. Вот, поздравим, естественно, с таким удачным
началом. Недаром говорят, да, как Новый год встретишь, так его и проведешь, да, как турнир начнешь, так его и проведешь. Хотя в нардах это, я бы очень хотел думать, что так бывает. Всегда бывает, бывает по-всякому, все-таки это игра, как говорят, это всего лишь навсего игра, но это игра, в которой столько человеческих эмоций, столько... кайфа, драйва такого, знаете, я не очень люблю эти словечки, но факт остается фактом. Когда ты побеждаешь, это же... Удовлетворение это, в любом да, случае. Да, это же как вот... Удовольствие, как выиграть кайф, в бою, кайфу, да, побороть кого-то. В хорошем кого-то, смысле да, в хорошем, конечно, конечно, в хорошем смысле этого слова. Поэтому я поздравляю от души Константина Пучкова. Ну а что, Сергей продемонстрировал... высочайшего уровня игру. Да, что-то не сложилось. Мы были свидетелями того, что несколько раз там вот эти вот антиджокеры срабатывали, когда... Именно поэтому, я извиняюсь, да. Григорий, добавлю, турнир носит сложный регламент турнира. Два этапа. Первый круговой, чтобы максимально долго каждый участник сыграл с каждым. И итог первого тура, второго, третьего, как в футбольных чемпионатах, пока ни о чем не говорит. Игроки получают какие-то сейчас свои преференции, но все может поменяться в турнирной таблице даже на последнем, предпоследнем турах. Да, так что сегодня, борьба только началась. Сегодня перед началом нашего турнира было такое мощное обсуждение, и, значит, всех правил, всех условностей, всех особенностей, всех тонкостей, всех ниточек, веревочек этого турнира. Мы с коллегой Денисом Косиновым сидели и так скромно опустив глаза додолу, признались друг другу, что мы мало что понимаем, о чем эти люди говорят. Потому что... Ну, а сейчас, дорогие друзья, давайте мы с вами вновь вернемся к формату Суперлиги. Суперлиги Старт. Смотрим. В Суперлиге Старт по коротким нардам участвует 12 игроков. Матчи проходят каждый понедельник в студии телерадиокомпании Старт. Один игровой день, два матча. Формат матча – часовая сессия геймов с использованием куба удвоения и правила Якоби. По истечении 56 минут игроки доводят до конца текущий гейм, после чего матч завершается. Результат матча – баланс выигранных и проигранных очков по итогу сессии. Первая стадия Суперлиги Старт – круговой турнир. Каждый сыграет с каждым. 11 туров. Один тур – 6 матчей, 3 игровых дня. Таким образом, регулярный турнир – 33 игровых дня. Итоговый результат для каждого игрока по окончании кругового этапа – арифметическая сумма его результатов в каждом туре. 8 лучших попадают в плей-офф. 2 игровых дня – четвертьфинала, еще один полуфинала и заключительный игровой день – матч за бронзу и финал. В итоге турнир продлится с 21 ноября по 1 сентября, когда и определится победитель Суперлиги «Старт». Дорогие друзья, с удовольствием представляю вам триумфатора матча открытия. Ну, кто-то говорит, там матча открытия на чемпионате мира в Катаре, а у нас свой матч открытия. Константин Пучков, который в блестящем стиле одержал победу над Сергеем Ерохиным. Ну что, опыт взял верх над молодостью, а, Константин Арутович? Ну да, да, старый конь, что называется. Я хочу сказать, что это почетный гражданин московского ипподрома, да, поэтому старый конь здесь очень-очень уместно. Но на самом деле... Вот мы говорили с участниками матча, с вами не успели на эту тему поговорить. Насколько неожиданным был вот для вас, для всех, вот для мира нардистов вот открытие такого телевизионного турнира? Для меня очень неожиданно. Я-то считал, что покер уже все игры вытеснил давно, и что уже нардами, наверное, мало кого можно заинтересовать. Ну, такую картинку сделали, просто замечательно. Мне как бы не, для меня была полная неожиданность, что возможно это вот в таком стиле подать. Скажите, вот все-таки сегодняшняя игра, особенно вот первые две партии, наверное, да, когда вы взяли по 4 очка, это были вот те самые качели, о которых принято очень часто говорить в спортивных играх. В какой момент, на ваш взгляд, такой переломчик произошел?
переломщик. Ну, в общем-то, когда я брал кубик, у меня уже было хуже. То есть мне надо было выбросить все шашки без строек, а моего противника устраивал любой дупль, там у него все шашки в единице стояли. Поэтому вот это был переломный момент. Тот момент, когда я бросил 5-5, как бы оборвал интригу, и даже партию не закончили, перевернул кубик по 8. Ему пришлось сдаться, потому что в тот момент у него 22% было на победу, то есть это пас. Поэтому вот этот самый переломный момент, я думаю, был. Что это какую партию вы имеете первая, в виду? Первая партия. Самой первой партии? Да, в самой первой партии, когда я выиграл 4 очка. Да. Вот, я же... Но потом счет был 4-4. Потом был 6-4. Ну, потом небольшое было такое преимущество. А мне показалось, знаете, в какой момент? Может быть, я ошибаюсь. Вот в тех ситуациях, когда Константин не стал принимать удвоение. Ну, я не знаю, я там по пипсу был, то есть по сумме очков своих шашек далеко сзади. Там во втором случае там 20 очков я был сзади. У меня слишком далекий анкор был в третьем поле. Обычно это, в общем, я думаю, что это правильный пас был. Я думаю, что там как раз не было интриги. А вот эта первая партия, которая могла качнуться там 4 очка туда или 4. Ну, это там вообще была самая настоящая интрига. Разница 8 очков. Во второй партии Сергей взял там реванш, он выиграл с Марсом. Но это тоже в одной партии. Там практически больше 4 я не мог проиграть. Ну, проиграл максимум. Еще сравнялся. Вот. А потом шла такая более-менее равная борьба. Ну, немножко там мне удалось сломить в свою сторону. Ну что, я хочу поблагодарить вас. Большое вам спасибо за эту искрометную игру. И вот сейчас мы посмотрим, как вот два следующих участника появляются на территории нашего телеканала в здании. Это Ацамас Арсагов. И вместе с ним... Сейчас мы увидим, ну, тут надо примерить футболку обязательно. А хорошо сделали, что фаворит. Но для меня, если меня спрашивают, наверное, возьму своего старинного друга Лёшу Аскураву, потому что я с ним познакомился очень давно. Он еще работал даже дилером в казино, потом... Вот он как раз сейчас. Вот, хотя Арсагов тоже покерист, на самом деле, тоже очень симпатичный, мало мне очень симпатичен. На самом деле, моя симпатия здесь почти 50-50. Ну, то есть вы сейчас, вот, если вас заставили бы даже поставить на кого-то из игроков, вы бы не рискнули? Ну, не знаю. Ну, хотя бы 51-49. 51. Ну, хорошо, если я такую ставку поставлю на Арсагова. Ладно. Ладно. Будем считать, что вы ответили на мой вопрос. А теперь давайте посмотрим один очень интересный сюжет. Нарды в живописи. Европейские художники неприязненно относились к нардам. Судя по полотнам 16-17 веков, эту игру тогдашние живописцы считали глупой, и потому фламандцы Снейдерс, Франкен и Теннерс изображали обезьянок за доской. Дескать, даже они способны. А голландец Ян Стен написал сразу несколько полотен, запечатлевших драки, коими, по его мнению, партия в нарды заканчивается непременно. Мол, какая игра, такие и игроки. Да что драка, фламандец Ромбоутс представил поножовщину, вызванную игрой. Правда, на картине запечатлены еще и картежники, но и нарды тут как тут. Но ладно, люди дерутся. Что прикажете делать, когда наступают полчища скелетов? Это очень известная картина Питера Брейгеля «Триумф смерти». В ужасе мечутся атакуемые мертвецами грешники. Им, бедным, не до нард, символа бездуховной жизни. И это, заметьте, жизнь земная. На том свете, оказывается, нарды тоже не в почете. Знаменитый триптих Босха «Сад земных наслаждений» содержит изображение ада в представлении великого голландца. Этот кошмар населен немыслимыми чудовищами. И одно из них, эдакая помесь зайца с человеком и крокодилом, прячется под нардами. Но время шло, и в 19 веке нравы смягчились. На полотнах итальянца Джулио Розатти и других европейских ориенталистов той поры нарды выглядят именно тем, чем являются. Не бесовщиной, распаляющей низменные страсти дураков, а игрой, возвышающей разум и умиротворяющей душу.
Ну что, дорогие друзья, мы благодарим Константина Пучкова, который после блестяще выигранного матча пришел к нам сюда на комментаторскую позицию, поделился своими впечатлениями. Ну, а нас с Юрием Акоповым ждет вторая игра. И я очень надеюсь на то, что вторая игра будет не менее острой, не менее азартной. Абсолютно согласен. Да, потому что я, конечно, ну, с клещами фактически упросил Пучкова все-таки сделать выбор в пользу какого-то из игроков, и он сделал выбор в пользу Асамаса Арсагова, хотя при поставил этом, фаворитом. Да, 49-51. Хотя при этом сказал, что значит, Алексей, его старинный друг. Ну, в общем, короче, ушел от ответа. Да. Ушел от ответа. Ладно, что вы ждете, Юрий, вот ну от что ж, матча жду, второй пары? Я жду второго захватывающего матча, равно как и первого. Действительно, была очень динамичная игра. В нескольких партиях позиции действительно висело на волоске от перехода преимущества от одного к другому. Не менее увлекательно, уверен, будет и наш очередной матч, где будет играть Асамас с Алексеем. Оба игрока действительно очень сильные. И вообще в этих 12 вы не найдете слабых игроков. Тут что не матч, то Реал Барселона, я бы так сказал. Лишь бы не Катар Эквадор. Да. Ну а сейчас давайте обратимся к профайлам игроков. Я вообще с удивлением узнал, что Асамас Арсагов, кроме того, что является большим любителем нард, он еще плюс ко всему человек, который фактически создал любительский хоккей в Северной Осетии. Совершенно верно. Да, вот это вот, это очень приятно для меня, как для комментатора, который комментирует в основном футбол и хоккей. Значит, вот такая новость была чрезвычайно приятна. Да. Ну, а если говорить о, наверное, специфике игры, да, и того, и другого, давайте мы не будем откладывать дело в долгий ящик, а сейчас уже перенесемся в студию и по ходу матча понаблюдаем. Да, понаблюдаем за тем, какую, скажем так, тактику и стратегию изберут игроки. Знаете, вот интересно. Как ни странно, да, вы правы. В каком смысле, как ни странно? Есть понятие стиль. Есть понятие стиль, и ту или иную школу, там, скажем, европейскую можно отличить от японской. Есть атакующий действительно стиль. И так и иначе ходы должны быть точными, но есть понятие дебют можно выбрать. Они практически в одной силе математически, но один или иной, или третий. Это все к вопросу о стиле. Нефть и газ против механики в данном случае. Да? Да, еще один представитель мехмата МГУ у нас. Это Асамас Арсагов и Алексей Скурава. Один из двоих чемпион России. Выпускников Губкинского университета теперь. Так, ну что ж, дебют с присутствием броска 6-6. Зеленые сыграли стандартное начало, вывели две шашки издалека и две спустили. Желтые сейчас будут и сразу показывают удвоение. Вот. Так, кто? А, показал Алексей, да? Да. Достаточно пока очень, так я бы сказал, удачно складываются вот по ходам, по броскам. Ну, желтым надо организовать защиту сейчас. Нет, я имею в виду для Асамаса. Да, но удалось еще взять в доме четвертое поле и пятое с темпом, с ударом. 3-6 надо вылезать. Другой шестерки нет хорошей. Ну, четверка еще пришла. Еще раз продолжают бить. Четверка пришла. И вот вопрос, и двойку, да. Это так называемые билдера, строители для того, чтобы взять третий пункт. Видите, три билдера. Одиночная шашка, третий на шестом поле и третий на четвертом. Это ровно для того, чтобы взять очередной пункт. Три строителя. Не попадает. Ну, берет Алексей второй пункт.
Алексей бросил 2-2, да? Я сейчас... Да, 2-2, да. Нет, по-моему, от Самас думает. Нет, Самас. Значит, я правильно. Да. Надо, он думает, брать ли второй пункт, либо бежать теми шашками дальними. Ну а что? Это абсолютно нормально, используя три хода, поставить на второе поле. Нет? Решил нет. Все-таки брать целенаправленно третий пункт. Третий пункт. Второй. Он уберет билдеры, и нечем будет брать третий пункт. И там шашки подзастрянут. Достаточно разумно. Но сейчас уже 4-4. Можем спустить две шашки и две занести в дом, в третий пункт взять. Потому что все равно придется разгружать седьмой пункт. А я его сейчас не понял. Ну, 4-4, мне не понравился этот ход, я бы брал третье поле. Да. Поэтому... Я бы брал в доме третий пункт, потому что будет проблема разгрузки седьмого. Сейчас могут быть крупные броски нескладные. Мне тоже показалось, что... Ну вот, кстати, компьютер показывает, видите, красным цветом. 4-4 не лучшим образом. Ну, желтым ничего не остается. Мы такой план, так скажем, такой игры уже наблюдали. Помните, когда желтые шашки было... играл Константин в предыдущем матче. Зеленые были шашки две заперты у Сергея. Но при этом они быстренько строили дом. Так и здесь. У Алексея Скурава запертые шашки. Но он строит дом при случае, если зеленые откроются. Знаете, очень такую интересную вещь сказал Константин Пучков, когда я спросил у него, в какой момент вы почувствовали, что все будет хорошо. Что все будет хорошо. Я угадал вопрос. Да. Знаете, что он ответил? Вот. Как по-вашему, какая это была партия? Я думаю, первая партия, когда было по 4, он перевернул по 8. Абсолютно точно. Что как бы удача будет. Мы это называем тенденция. Да, тенденция. Да, да. Тенденция на моей стороне. Я так удивился немножечко, потому что думал, ну, может быть, в тех ситуациях, когда дважды Ерохин отказался от удвоения и, вот дважды сыграл на потере по одному очку. Нет, ничего подобного. Вот в первой партии... Нет, она такая была показательная, на чью сторону, как говорится. Даже несмотря на то, что следующую партию Ерохин взял с тем же счетом. И счет уравнялся, совершенно верно. Но вот есть такое вот ощущение, я как бы внутреннее ощущение, что удача ложится, если говорим об удаче, ее все-таки в каком-то весе, на мою сторону. Так, 3-2. Дилемма у зеленых. Бить ли в первом поле, туда сзади будет очень куцая позиция. Три шашки на пятом поле, и можно тут же открыться. Либо сыграть аккуратно, даже так неплохо, по-моему. Желтые по-прежнему терпят одной шашкой сзади и ждут шанса, что зеленый откроется. 5-2 – это хороший бросок. Чисто технически надо посчитать, выбросить или сыграть аккуратно. Да. Ну, чуть больше бросков, которые открывают сейчас. Чуть больше бросков, которые открывают. Но зато выбрасываем шашку, прибежает Марс, но их все равно нету. Марс вряд ли будет, наверное, здесь. Хотя удвоение... возможно, сейчас желтые будут мелко-мелко, а зеленые дупль-дупль. Ну, теоретически очень шумно. Конечно. Меньше 1%, наверное, здесь. Ну, все, уже нет Марса теоретического. Старик Йоган пришел. Теоретического Марса нет. Желтые выбрасывают шашки, зеленых 5 шашек, ничего не получается. 2-0. Все автоматически заканчивает. 2-0. Не мучая ни себя, ни зрителей. А мы давайте будем вести свою интересную статистику. В прошлой матче победила желтая футболка, так называемый гостевой участник, который был номинально в гостях. Сейчас пока лидерство захватил хозяин площадки от Самаса. По протоколу. Да, по протоколу. По протоколу, да. У нас есть понятие. Потому что гость, встречи, хозяин, домашняя вообще считаю, гостевая игра. Если это турнир, инициатором которого выступает телеканал «Старт», то, соответственным образом, здесь нет гостей. Да. Здесь... С точки зрения гостеприимства, мы все очень благодарны этому проекту и с удовольствием принимаем участие в нем. Как сказал Пучков... Я, говорит, думал, что выше покера уже ничего не может быть. А тут, говорит, такая картинка. Тут, говорит, такая прелесть. Красота, да. Да, такая красота. Ну, может быть, кому-то пока сложновато воспринимать, да, вот сразу такие четыре вставки. Будем стараться помочь. Но, друзья мои, согласитесь, нам тоже нужны подсказки. И компьютерные подсказки. И, в общем... Виды игроков, их переживания и сама доска, безусловно, в первую и последнюю очередь. Поэтому все, я считаю, все по делу, очень красиво.
Ну что ж, справа у нас, и давайте я сейчас вам, кстати, прокомментирую. Это как раз, вот, допустим, сейчас бросок 2-2 и вопросики. Означает, сейчас еще не сыграно, но компьютер может показать лучший ход. И он показывает его. Я не успел посмотреть, к сожалению. Но судя по тому, что нет никакой оценки, это был, видимо, лучший ход. Сейчас 6-2. Ну вот показывает 15-9 спустить шашки вот стрелочками, видите, на диаграмме сверху. И ударить с 13-го поля в 11. Это лучший ход. То есть шестерку потащить сюда, одиночную шашку зеленую, и двойку еще побить. Ну, двойку бьем обязательно. Ну, другой шестерки нет, кроме как спустить. А нет, есть еще шестерка издалека. Вот такая шестерка. Ну, правильно, да. Два бить. Не бить нельзя, это просто будет грубая ошибка. Ну, подтягиваем шашки к дому. К а своему, не, лучше, чтобы... не лучше было вытащить с первого поля? Нет, а куда девать двойку? Двойку прятать. Ну, так она будет под атакой с трех полей, и здесь эту шашку мы же вернули назад. Ну, в да, дебюте да. Мы бьем, развиваемся, бьем такие задачи. Видите, дом строим, оттесняем желтые шашки назад, получаем, стараемся получить перевес, достаточный, во-первых, как минимум для того, чтобы удвоить цену игры. Или, как мы говорим, показать куб, объявить дабл, это все синонимы. Да, меня по-прежнему продолжает смущать вот эта правая рука, уходящая, значит, вот никуда, в никуда. В баффлбокс, на самом деле. Ладно бы, все-таки... Что-то крупное, 5-5 или 6-6, что ли? А, 6-5. 6-5. А почему играют как 6-6? Видимо, Зар перевернулся, бросок был, видимо... Наверное. Бросок был 5-5. Потому что все-таки вот когда бросают из стаканчиков... Да. Специально. Это более, наверное, понятно и более традиционно. Но как сегодня один из участников турнира сказал, ну что вот стаканчики не стоят... Неточность допускает Алексей. 3-2 надо было спускать обе шашки. Здесь уже им нечего делать. Играть против той одиночной шашки. Так вот, дорогие друзья. Знаете, сколько стоят стаканчики для игры в нарды? Порядка 100 евро. В Турции. У нас, наверное, в Греции. У нас, наверное, конечно, дешевле. Но не рискуйте, дорогие друзья, делать на этом бизнес. Потому что подавляющее количество людей просто так бросает кости без всяких стаканчиков. Хороший ход. Ну, если только двойки не будет, а ее и нету. Пока еще не так много сыграно, и значение вот этого качества игры может быть и не самым низким. Вот пока сейчас я успел посмотреть, у отца Маса было где-то за 6, а у Алексея за 2. Ну что, решение компьютера здесь мы успели увидеть, и по позиции сейчас будет понятно, это удвоить. Ну, отца Маса это видит тоже, да, удвоить, и правильно совершенно тейк или взять это удвоение осуществил Алексей. Ну что, видимо, перевес... По гонке здесь, по рейсу. Ага, вот так вот. В дом. И опять 5-5. Да, это очень прибавляет скорости. Сразу 20 ходов. Но если желтые впереди, им надо бежать задними шашками. Задними шашками, отстающими, которые здесь у нас. Задние вы имеете в виду на 16-й, на 13-й позиции? Вот с этими, которые стоят на 9-м поле или на 16-м, это в данном случае, смотря как, за какой цвет смотреть нумерацию. Отстающими шашками бежать всю дорогу, я так говорю. Всю дорогу, значит, всю игру играть. Алексей решил поддержать правостояние. Видимо, он не успевает читать рейс, потому что, или он, по его подсчетам, рейс... Ну, или гонка, я так скажу, гонка, он отстает. Поэтому сдерживает возможность контакта обеспечивать, сдерживает задние шашки. Ну, еще, наверное, такая достаточно удобная позиция. Вот это, видимо, рейс равный, поэтому видимо. Он решил притормозить задние шашки, все-таки удерживать состояние теоретически возможного контакта. А зеленые, наоборот, стремятся ближе к дому. Они стремятся ближе к дому, но с другой стороны сокращают, точнее увеличивают шансы желтых на то, чтобы выскочить отсюда. Ну, если они приближаются, да. 4-2. Не очень. Надо потерпеть, построить дом
И теперь сейчас бросок зеленых будет стоять задние две шашки. Тоже надо строить дом. Тоже, я уверен, да, что никуда заходить. Не денешься. Надо подстроить дом, подготовиться. Так. Вот сейчас, конечно, немного бросков, но есть неприятных. Это не из этой серии. 6-3. Желтые побежали. Так, ну сейчас уже я могу здесь быстренько посчитать. 40, 52, 74. Перед этим ходом было 81. Ой-ой-ой, ну вот такой занос. Угу. 6-1. Ну, желтые это... чуть-чуть впереди были вот на том моменте на 6, на 6 пипсов, как мы говорим. Зеленые по-прежнему отстают на 2 пипса. Ну, сейчас состояние по гонке. 68 очков надо накидать желтым и 70 зеленым. Но это не настолько, 2 очка это очень немного, чтобы переставлять, переворачивать куб на 4, как мы говорим, редабл. Сейчас вот ближайшие 2-3 броска, вот это неудачный бросок. Увеличился разрыв по 4. Поскольку выброшенные шашек больше и впереди по гонке, это всегда должен быть куб. Как небольшой теоретический экскурс. Дабл-тейк. И компьютер показывает. Очень удачный был. Обратите внимание. Вот тот самый намазанный душа. Первая партия у нас, по-моему, да, или вторая? Сейчас я сбился со счета. Это вторая партия. Тоже со значением по 4 разыгрывается. А теперь обратите внимание силу игроков. Пиар у Алексея 1.61. У отца Мазы 3 с чем-то там было. 3.6. Тоже очень высокие, хорошие показатели. Но 1.61 это сильно. Ну, не без доли везения, конечно. А как без этого? Конечно, конечно. Но это все что... заложено в решении тейк, принять куб. Понимаю, что дистанция такая, что я имею шанс. Ну, три парных выскочило, куб. Поэтому это тоже будем принимать во внимание у Алексея. Безусловно. Никто еще не отменял за зеленых, если поболеть. 6-6 сейчас. 3-3 это полдела. Ну. Сейчас навряд ли желтые скинут обе шашки, и будет еще шанс на бросок. Ух ты, а вот так они еще, может ни быть, одну не скинули. Еще будет бросок. Правильно двигать с конца еще одну шашку. Совершенно верно. И сейчас не так плохо у зеленых. Во-первых, дупль может сейчас помочь. Не всякий, нет, конечно. И вот сейчас есть ряд бросков, ну, где-то порядка 12-13, когда не выбрасывают. 5-2, все, выскочил. 11 единиц. И еще 3-2. 13 бросков было неудачных для желтых. Из 36 возможных, но из 23 хороших Алексей нашел 5-2, победил, взял 4 очка, счет перевалил в другую сторону. 4-2, Алексей. Снова розыгрыш ну что, первого третья хода. Третья партия. Да, розыгрыш первого хода. Не, вот это точно. От Самазы четверка. У Алексея двойка. Алексей еще не кидал, по-моему. А, я не кидал. Он еще не кидал. А, не кидал. Да. 5-4 но... начинает Алексей. Так, нужно подкорректировать часы. Да, заново по 2 минуты на очередной гейм у каждого. Классические дебютные, так скажем, стратегии. Борьба за взятие пятого или четвертого пункта. Сейчас зеленые пытаются осуществить. Желтые, соответственно, пытаются попрепятствовать. Ну, вот взяли пятый пункт. И там надо раздвинуть шашку, совершенно верно, развиваться в той части доски. 3-6 не самый лучший, но, так скажем, неплохо, что вообще зарядился, но не лучше. Да, под двойку и под четверку. Под давлением. Четверка пришла. И тройка. На другой стороне доски развивает возможность взять там четвертый пункт, если пока желтые будут полхода теряют. Ну, сейчас возможно ли контратакующий удар? 1-4 зарядиться. Я бы ну, так вот, не делал. Вот, так, вот надо такой 4 не наказывается вот это. Нет, нет. Вот этот ход мне не нравится. Потому что уже у зеленых сильно вот этот обмен ударами не в пользу желтых точно. Две шашки на первом поле, это третий сейчас с ним присоединится. Куда бы она ни встала, не есть хорошо. Здесь небольшую ошибку Алексей допустил. Зеленые очень близки к кубу. Видите, опять не на что поставить, кроме как на единицу. Кроме на единицу, как на да. единицу, да. Мне кажется, здесь дабл. Да, это дабл.
Алексей быстро берет, поскольку еще игры очень много, это верно, но это дабл тоже был правильный. Посмотрим, сейчас зеленые будут в борьбе за 2 очка сравнять счет или за что-то большее. Теоретически, возможно, Марс, ну, как в любой игре, играющий в дебютной части. Да, 6-3. Побежали желтые, зеленые их встречают. Бьют. А не мог он ничего здесь сделать, поэтому... Ну, побежал, его встречают, но могли зеленые не попасть. Не надо опускать, ну, видимо, в седьмое единица, поле четверка. Или в пятое. В седьмое или в пятое. Решил в четвертый. Здесь строить правильно. Ну, может быть, и неплохо, кстати. Не успеваю подумать, игроки играют быстро. За доской думаешь быстрее, чем когда комментируешь, я вам скажу. Когда ты сам чувствуешь партию на своем дыхании с первого хода, решение принимаешь быстрее, чем... Да, но там молчишь. Да, 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 да. И там есть же такая еще железобетонная, так, ну, так подгоняющая формулировка. Идет так называемая обратная игра, которую Алексей играет превосходно. У него был прекрасный учитель, который играл, наверное, одним из лучших от так называемой обратной игры. Это когда желтые шашки в данном случае... готовы возвращаться назад в большом количестве, строить оборону в доме зеленых и встречать их до самого окончания игры возможностью подбить и перевернуть партию в свою сторону. Лучше всего встать там в первом, втором поле, в третьем поле, встречать в доме у противника. Зеленые этому противоборствуют, выдавливают все возможные пункты. Ну вот заняли первое и второе. Тут не надо брать в доме пятый пункт, надо опустить в 23-й и создать уже зачатки обратной игры. И еще одну шашку накрывать надо. Над чем Алексей задумался, я не понимаю, это трата времени. Он думает, там бить шашку. Я бы не стал. Ну, при беглом анализе. Алексей, конечно, сейчас более широко развернет. Ну да, согласился с моим решением, или я с его решением. 6-6. Раз пункт. Здесь не удается, но третий пункт можно взять. Я считаю, он необходим при постройке прайма. Чтобы желтые там не закрепились, остались только в 2 пунктах в доме. Вот так, да. И дальше я бы тащил последнюю шашку вот с третьего поля, одиночную. Куда с третьего поля? Вон там. Выйти из дома желтых. И оставить... 2 голых, да? Да, ничего страшного. Дома-то у желтых нету. Нам нужен здесь материал. Во-первых, не надо смотреть на открытые шашки, как уже на подбитые. Вот эта шестерка мне не очень нравится. Она хороша, но она сейчас разрушит. Ну вот, да. Я не уверен, что это плохой ход, но я бы так не играл. Ну, рисковый. Ну да, зато только одни и те же шестерки, пятерки бьют. Все остальное, как говорится, не бьет. Или в сумме. Нет, в сумме-то не проходит. 1-5? Ну, это та же пятерка, значит. Ну да. То есть шестерки-пятерки только бьют. Так, 6-5 тем временем бросили желтые, да? Вот сейчас зеленые не зарядились, что ли? Я не заметил. Там что было у них? 6-6 было, да. Было 6-6. Зеленые протанцевали. И вот сейчас есть возможность подбить и взять этот пункт. Протанцевали, я иногда употребляю этот термин, дорогие друзья. Это означает, не смогли спустить шашку сбитую, не смогли зарядиться. Эта сбитая шашка стоит на верхней части доски, там, да, видите, называется бар, это место. И когда она стоит, не заряжается, есть термин «танцую», не могу зайти в игру, я там пока танцую. Или пропускаю ход, ну вот такой сленг профессиональный. Игрок пропускает ход или танцует. Так, немножечко выворачивает Алексей из обратной игры, поскольку появилась атака, или, так скажем, зачатки атаки. Уже 4 шашки зеленых, даже 5 на той стороне доски. Если сейчас будет неудачный бросок без пятерки, нет, пятерка пришла. Снова надо возвращаться к истокам, заряжаться срочно, потому что сейчас здесь висит желтая шашка еще одна. 3-3 танцуют, видите, не зарядилось. Желтые не могут кинуть 1 или 2, кидают. Уже важно здесь сейчас темп оживить игру. Оживить шашки, я имею в виду, что что-то попытаться построить где-то какие-то опорные пункты. Зеленые зарядились, и тройка. 2 варианта. Либо выйти из 4-го поля на 18-й, либо вот сюда. Вот выбор пал на вот этот ход. 2-1. Здесь несложное решение. 4-3. Бежим. Да, бежим. Вот эта одиночная шашка спускаем на 11-е поле.
Здесь немножко, ну да, 7 в сумме. Да, немножко материала добавляем на этой стороне доски. Что-то хочется взять на этой стороне доски. Видите, у нас прайм из 4 подряд внутри своего дома. Очень хочется взять 7-й пункт и сделать прайм из 5. Или 7-й, или 8-й пункт. Но для этого только 3 шашки, которые стоят не гибко. Ну, 5-5 это очень удачный бросок. Подтягиваются задние шашки сюда, на эту сторону доски. Вот как-то так. И бить? Нет, он хочет больше, Асамас хочет взять больше контроль. Но программа показала, надо было атаковать первое поле, поскольку голая желтая шашка была на тот момент. И желтые могли бы долго заряжаться во второе поле. Вот мне и показалось, что... Был такой ход бить в первое поле? Да, бить, конечно. Да, ну при вот блиц-анализе мне показалось, что надо бежать. Но я даже пока не видел хода, чтобы бить в первое поле можно. Потом уже увидел, но уже не стал комментировать. Думаю, пускай Асамас выберет решение. Удалось подбить шашку. Вот тот самый прайм выстраивает. Хочет наверняка здесь, как говорится, застолбить свое превосходство на этой стороне доски и потом спокойно потащить две задние шашки. Вот он застолбил, видите, 6 подряд. Да, все закрыл. Это прайм, такой термин. Прайм из 6, полный прайм, когда желтый заперт. И дальше подтягиваем оставшиеся шашки. Серебро. Застрял. Обратите внимание, игроки по принципу фэрплей передергивают часы, чтобы игрок не потерял время на повторном броске, возвращают ему эти потерянные секунды. Так, ну вот. Наконец, посадил. Посадил, но двигаться не может. Ну, сейчас будет открываться тут... еще шашки. У желтых сейчас одна проблема. Постараться не проиграть Марсом. Поскольку могут добавиться шашки. Сейчас повезло, что не зарядились. Можно снова накрыть. Нет открытых шашек. Зеленые пытаются зарядиться, зарядились. И будут там держать шашку, чтобы максимально увеличить контакт и подбить еще одну пятую сюда вернуть. Ну да, сейчас ситуация такая, про которую остряки говорят, принесите ему газету, пусть почитает. Ну, типа того, да. Но пока еще как раз лучше бы он почитал газету, имеется в виду Алексей. А так он вынужден ходить желтыми шашками и, возможно, подставить еще одну. Вот прямо сейчас, ну, на вот этом ходе. Здесь-то у него 4 заперто глухо. Вот, и там он вынужден ходить, и вот сейчас, например, что он кидает? 5-4 подставляется, а нет, нашел ход, нет, который не подставляет, но все время на грани подставится, понимаете? Ну, вот сейчас, к сожалению, зеленые не могут. А, вот еще стоят, но уже облегчают задачу не подставиться желтым, приблизились с ним. И, ну, так и так бы желтые не подставились. Все, сейчас они начнут что делать, желтые? Ломать дом. Конечно. На этой стороне доски ходов нету, дом будет сейчас неплохой, но он сейчас начинает вот тройки, единицы, все разваливается. Да, мы это видели в первой партии между Ерохиным. Да, у зеленых, правда, не так много времени, чтобы заставить желтых еще больше разломать дом. Они сейчас сами будут входить и разрушать свой прайм. Но это разрушения такие приятные. То есть постепенно буду разгружать поле за полем, заходить в дом. Вот две последние шашки в дом. Появились желтые шестерки. Вот, слава богу, дом больше не разрушился. 6-2 побежали. Без пятерки нужно зеленым. Есть без пятерки. Две зашли. Желтым надо вытаскивать еще одну шашку для бега. Вытаскиваем. И перекидываем сюда тройку. Зеленым сейчас есть неприятные броски. Три шашки сзади. 5-3. Да, миновали эту угрозу. 5 переигрываем, 3 выбрасываем. Здесь ходы все несложные, понятные. Даже можно и так сильно не комментировать. Просто это понаблюдать даже полминуты в тишине, что происходит. Так, ну, это пока вот все складывается к тому, да, что да. Арсагов берет эту партию. Да, вопрос, будет ли Марс. Не так много Марсов, поскольку две шашки, они скорее, мы уже видели, чаще удается убежать. 6-6, тем более. 6. На победу желтые навряд ли могут претендовать, хотя все можно быть. Еще теоретически таких побед тут немного, но и не одна десятичная. Не стало Скурава вытаскивать. Он пытается найти тройку за зеленых. Если вдруг 6-3 было бы, то зеленые подставили. Вот теперь надо бежать. Отстают сильно, Марсов нету, но и победа тоже желтым здесь уже очень-очень-очень призрачная. Хотя, еще раз повторю, теоретически игроки, обратите внимание, бросают, никто не сдается, когда вроде бы кто-то впереди. Пока есть теоретические шансы, никогда профессиональный игрок, да и любителям советую, не сдаваться, а доигрывать до конца это все. Вот, пожалуйста, второй дубль, четверочный, теперь двоечный. Ну, желтый, ну, зеленый ответили. Здесь тоже достойный ответ. Ответили, да. Хотя, кто знает, еще 6-6 какой-нибудь.
Да, это уже, по-моему, здесь теоретически не догоняется. А нет, только 6-6 или 1-1 потом. Да, нет, все. Нет, все. Признал Алексей, или, нажал, остановил 5, часы. 5 там, не остановил 6. Часы. И такой же счет по трем геймам, 4-4, кстати. Да, а там очень, по двум был. Там был, ну, по двум, близкий, да. Да. Ну что же, это действительно равная борьба. Сейчас при ближайшем возможности посмотрим значение коэффициента PR, performance rating, то есть силу игроков. Я думаю, она достаточно качественная у обоих игроков. Ну, часто они встречаются вообще между в турнирах, собой. Да. Как правило, всегда вот эти вот топ-игроки в тех турнирах, которых у нас проходят в федерации, не только московская, а российская федерация, очень много турниров региональных. Вот скоро будет чемпионат России весной. Все эти игроки, конечно, участвуют во всех этих крупных соревнованиях. То есть не удивить. Не удивить. Друг мы друга. Нельзя сказать, что мы не знакомы или играем случайно там второй раз друг с другом. Нет. Это очень частые соперники. И на международных турнирах, как говорится, пересекаемся многократно. И на внутрироссийских тем более. Хорошо известен стиль каждого игрока любому другому. Вот что я хочу сказать. Так, ну что ж, очередная партия. Зеленых потихонечку подбивают. Желтые остались с одной отстающей шашкой. Пиар, обратите внимание, 2,8, 2,99. Оба играют в пределах трех. В пределах трех. Единственное, то есть очень приличный уровень игры показывают. Шесть, да. Это так красиво можно двигать шашки, чтобы, когда неудобно, заводить за длинную... Как говорится, череду шашек можно с другой стороны их подвести. То есть можно двигать шашки красиво. Я люблю двигать шашки так, чтобы было наглядно и симпатично, кстати, поделюсь. Так, ну что, берем очередной пункт в доме, пытаемся ограничить вторую шашку. Хотя желтый опережает существенно по скорости. Еще и удачный бросок. 5-2. Подбили 5-2. Да, двойка была единственная, свободная. Так я боялся, танцует. Это чистый дабл и скорее, наверное, пас. Очень сильное отставание у зеленых. Тейк. Я что-то я не понял. Да, компьютер показывает пас. А, нет, не тейк, он сдался. Я что-то... Мне показалось, что он берет куб, чтобы поставить к себе. Это здесь глубокий пас, что называется. Ну, вот такие ситуации мы с вами уже видели в первой партии. Да, дабл пас. Да. Да-да-да. 5-4. Очень близкие развития событий. Ну, это говорит в первую очередь о том, что уровень действительно очень сопоставим, да, у всех игроков. И удача, скажем так, иногда может появиться перекос в счете. Это могу почти наверняка сказать, это не будет за счет серьезных ошибок проигрывающего. Это значит, в какой-то серии партий подряд удача устойчиво ложится на одну сторону. Или неудача не хочет уйти от одного из противников, его все время ходит с ним под ручку. То есть спорит с математикой. Да. С теорией невероятности. Вот здесь единицу надо опускать в пятое поле, безусловно. Это классический прием. Вот, молодец. Начал рассматривать и остановился на этом решении. Это классический прием против двух отставших шашек. Постараться вот так вот с темпом в дебюте взять пятое поле. Видите, вот одиночную шашку опустили. Потому что у желтых дома на моменте дом не сильный, вообще пустой. Зато огромный шанс, если желтые не кинут четверку, взять пятое поле, что сейчас будут сделаны. Сейчас очень интересный был такой, но это чисто профессиональное. Когда, конечно, это нет, все счет, я что нельзя имею? Не ударить и нельзя там не выйти. Я не об этом, Юра. Я говорю о том, что у него выпала шестерка, а он с четверки подбил нижнюю шашку, передвинул ее на шестерку и поставил так... Аккуратненько, понятно, да? Я это понял. Вот такие фишечки это такие. Фишечки, совершенно. Да, это как вот если 6-1 у тебя выпадает с самого начала, ты на восьмом поле, с восьмого поля сразу две шашки вот здесь, поставил на 6. Перебью, говоришь, интересный был момент, было удвоение, и у желтых было сейчас очень нездоровая позиция. Две шашки в первом поле, третья сбитая. На той стороне доски нет развития, и Алексей перенял. Это грубая ошибка, на мой взгляд. Я не успел посмотреть, что показывает компьютер, но здесь... Был пас, похоже. Компьютер я тоже не успел посмотреть, что показывает. А вот кости показали, Заре показали 4-3. Ну, что-то удачно зарядился. Да, да. Еще шашку подбил. Но все равно проблема двух шашек остается. Но она уже не так остро, потому что зеленых... Ну, вот мне подсказывают, да, что компьютер предлагал пас. Ну, да, это, значит, я правильно, видимо, оценил.
Мне удивительно, что Леша взял этот куб. Но сейчас, как говорится, это не значит, что партия закончится поражением. Все может быть. С точки зрения математических шансов, вот что означает, лучше было сдаваться. Точнее, да? Ну что же будет теперь? Зеленые две шашки подбиты. У желтых слабости две отставшие шашки, но при этом они вот сейчас уже третий вариант он рассматривает. Да, потому что тут много ходов. К сожалению, не удается взять поле в доме. Зарядились обе, это очень важно. Да, на 4-1, на чарьяк. Шестерка, да, вот очень важная шестерка сцепится. Помните, я вам говорил, там такая да, партия была? И вот четверку можно проатаковать в доме, либо спустить 6-2 в доме сыграть, либо проатаковать. Решил атаковать. Да, поскольку дом зеленых неполный, в две дырки заряжаться, имеет смысл проатаковать. Ну, не стал, вернул ход назад. Ну вот все-таки 6-4 Алексей сыграл неверно. Алексей сыграл неверно, когда он побил. Да. Да и компьютер нам говорит об этом. Ну вот он обозначил красный шестой ход свет, был. Да. 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 И сейчас 6-2 было неточно сыграно Ациком. Не нужно было там ту шашку убирать с четвертого поля. Надо на ней было закрепиться. Ну что, желтые существенно поправили позицию. Существенно. Они вышли всеми шашками из дома зеленых. Вот. Загнали две шашки зеленых. Симметрично, как говорится, как стояли сами в первое поле в своем доме. Да. Даже не загоняли. Да, и сейчас потихонечку. Единственное, пока минус их позиции, нету ни пятого, ни четвертого пункта. Есть третий и второй. Но это четвертый пункт. Вопрос, взять ли пятый пункт сразу. Сразу. Потому что проблема будет его всего брать. Его всегда будет эта проблема взять. И, как правило, компьютер всегда такой ход показывает. Посмотрим. Да, и сейчас показывает, как лучший ход. А это уже третий по силе ход разгружать последние шашки. Поскольку эти дырки вечно будут проблемой. Я имею в виду дырки в доме желтых, пятое, четвертое поле. Но Алексей в любом случае, так скажем, формально поставил, посмотрел. Сразу визуально, как раз то, о чем я говорил, видит, что не смотрится этот ход совсем. А вот этот даже визуально видится красивым. Где-то близко переворот, но рано. Ну, единичку надо не играть. То, что рано, но не сейчас, но в перспективе. А вот. А где Леша решил сразу. Решил сразу. Кстати, с этим домом, может быть, и сразу... А вот у нас какой-то есть анализ. Да, нам анализ показывает прямо сейчас уже. Да, значит, я был прав интуитивно, сказал где-то близко. Вопрос, увидит ли этот редабл Алексей? Или повременит? Он улыбается так загадочно. Понимает, да, что это редабл. Но это тейк, безусловно. Да, не понравился, конечно, броски серии бросков после хорошего дабла от Самаса. Взял. Да, Алексей неправильно принял, но позиция развернулась, он уже фаворит здесь. У него где-то 69% на победу и 31% у Ацамаса. Это редабл тейк, что и было сейчас продемонстрировано на доске. Ну, посмотрим дальше, как будет, что будет с удачей и с классом игроков. Насколько он им будет помогать находить более точные ходы. Ну вот Заре однозначно не помог в предыдущем ходе. И сейчас 1-1 плохой шашка осталась под боем. Единственный бросок, который не смог оттуда вытащить. От сама что не складывается. Тащить 3, а дальше что? И эти, здесь передвинуть 6-5. 6-5 вот так передвинуть, чтобы следующая прямая шестерка могла закрыть дом. Вот теперь момент истины. Желтые должны либо сейчас прямо побежать сразу, оставшими одной шашкой из двух. Оставлять здесь одну? Да, пока нету полного дома. Да, ну желтый существенно впереди, им надо бежать, нет, прямо сейчас, не попал. Пока нет дома. Не попал. Ну хотя бы пункт взял. Вопрос, надо ли там выдвигаться двумя шашками или стоять в первом поле. Я думаю, что все-таки стоит, потому что против этой одной шашки и трех лучше стоять там. Не устоят те шашки в дальнем поле, надо их подвинуть обе вперед. Не страшно оставить шашку голой, подбитой, поскольку в два поля, когда мы заряжаемся в два поля, то я вам открою небольшой секрет, это 55%, то есть если даже нас подобьют, а если еще могут и не подбить, мы скорее зарядимся снова, чем нет. Поэтому Алексей пошел по этому пути. Ну что здесь делать? Здесь желтые не могут спасти шашку, спрятать ее куда-то. Надо бежать ближе к дому. Но ближе к дому она будет под боем сразу двух? Нет, не до конца. Шестерку, а тройку занести в дом.
не надо, надо тройку в дом зайти. Тут уже время, тут это ничего не помогает. Фраза ближе к дому, я подумал, что... Нет, шестерку пойти, да, все, но понятно. Не до конца, но не всю дорогу. Потому что отсюда все равно придется рано или поздно бежать. Так лучше это делать час, как говорится. У нас есть такая поговорка, которая иногда относится к нардам, когда мы думаем сейчас открыть, бог с ним, и либо потерпеть вдруг потом. Но потом придется открываться в худшей редакции. И говорят так, лучше ужасный конец, чем ужас без конца. То есть лучше открыть сразу сейчас и получить какие-то неприятности, чем терпеть до конца и потом еще больше. Так, ну желтые благополучно преодолели. Осталась только проблема, нет, еще. В кавычках, небольшая, но проблема, завести две шашки. Да. Все броски хорошие, кроме четверки и единицы. Нету. 5-3, нормально. Все. Удачно. И вот удачно обошел. Обошел. Марсов здесь нету, но перевес огромный. Если только не будет Асамас держать там упорно. Нет, он не будет упорно того, держать. Чтобы... Он оставит одну шашку, значит, с этим упорным держанием можно до Марса доиграться. Конечно, он будет сейчас желтые выбрасывать, зеленые чуть-чуть потерпят, пока не выяснится ситуация, но при этом одну шашку можно двигать. Алексей играет максимально аккуратно, понимая, что морсов нету, главное минимизировать шансы открыться. Что он и делает точной игрой, но можно было и выбрасывать компьютер. Показывает, какие-то все-таки морсы компьютер видит. Ну вот 5-1. Не страшно. Это, страшно это, было, это только, вот страшно 6, было 5, только 6-2. 4-3. Нет, сейчас 6-5, 6-4, 5-4. Ну да. 6 бросков. 6-5, один вот из них. Вот вам, пожалуйста. Один из них. Вот вот сейчас то, о чем я говорил, выигрывает. Что надо держать было. Единица выигрывает. Он потряс, постарался вот, и попал. Пожалуйста. Вот, улыбнулся пожалуйста. Улыбнулся мысленно, Алексей расстроился. И здесь уже сколько выбросили желтые шашки, я не вижу. Дотерпел, дотерпел Арсагов. 5-10-13. Да, редабл пас. Вот что такое короткие нарды до последнего, пока есть теоретический шанс контакта, именно контакта, означает возможен контакт, то есть удар и переворот позиции, шансы те или иные маленькие, очень маленькие, но они есть. И интрига сохраняется. Да, да, большой куб выиграл сейчас, 4 очка, 8-5 повел Асамас. Да, расстроен, расстроен. Да, видно, Алексей конечно, расстроен. Конечно, Алексей, потому нашел что... Нашел 6-5, и тот единицу наш оппонент, Асамас, я имею в виду. Я говорю, яки – это самое страшное. Самое маленькое и самое вредное. Самое вредное, да. Да, бывает, это... Бывает, наверное, самое вредное. Ну что ж, такой единичка. Дебют. Такой дебют – это уже по настроению. Можно было просто спустить четверку. Вот с этих 5 шашек с 13-го поля Алексей решил сыграть агрессивно, протаковать второе поле. Но отзащищался от сама с бросками, попал в двойку. Оба посадил. Да, и подбил шашку. 1-1 всегда хорошо в дебюте. Пятое поле можно взять, что от Самаса делает. 1-1 за желтых надо. Сложно сказать, можно взять и пятое поле. А можно вообще здесь вот взять анкор, здесь вот этот ход тоже неплохой. Ничего там не открывать, да, это хороший ход, и даже лучше компьютер показывает. За спину тут ударить будет очень сложно, да, невозможно ударить, не открывая ничего и разрушая дом. Так, что там у нас за бросок? Совершенно верно. Сейчас, по-моему, 5-1. Ну, 5 спускаем и единицу здесь. Либо здесь, либо там, либо в доме. Там в доме. Можно было и там в доме, не страшно, нет материала у желтых, постараться переместить анкор куда-то подальше. Три шашки, стоящие друг за другом. Но, с другой стороны, здесь есть вариативность. Есть и 5, и 6, да? А переместишь ты ее, у тебя только 5 будет. Что такое 5-6? Вот этими задними шашками? Ну, конечно. Они там и остаются? Мы говорим, одну шашку подвинуть. Правильно, еще я и говорю. И тогда появится. Бы у него вариативность на дальнем броске была бы вот 5 максимально. А сейчас у него есть и 6, и 5. Нет, единицу не последнюю играть, а вот эту. Чтобы было и 6, и 5, и 4. Ага. Это не очевидный ход, поэтому его Асамасу не увидел. Но компьютер его видит и показывает. Он совсем не очевидный ход. Да, я тоже его не увидел. Я тоже его не рассматривал. Вы поняли, да, стоял бы да, три да, шашки да, подряд. Да, сразу три поставить. И из них потом легко да. собирать где-то будет. Да, но, Юра, тут не было бы опасности. Вот, я же сказал, вот. Материала у желтых мало. Мало на той да, стороне, но поэтому не опасно. Вне дома три шашки, которые, если через да, раз приходят, то... давление недостаточно у желтых, мало шашек. Мало шашек. Если было что-то типа такого, теперь уже нельзя там по одному оставлять. Ну, теперь уже нельзя. На шестерочном поле да, было да, три да, шашки. Да, да. Даже сейчас уже желтые могут пытаться проатаковать.
что они и делают. Зеленым надо выходить, что они и делают. Желтым нужно 5. Кидают. Я выбрал третье поле в доме обязательно. Да. И еще одну шашку в дом. Да, нет, вот ну это... как не взять? Как? Дом нельзя не взять. Это очень важное поле в доме. Сейчас если зеленые подобьют единичку. Ну не подбили. Теперь пятерки можно же не дождаться. Она же не каждый раз будет приходить. Так, провокационные. Провокационные. Ну, 6-5 неаккуратно сыграл Ацамас. Там нужно было выходить, сцепляться. И здесь, похоже, удвоение. Удвоение. Тейк. Что-то меня смущает эти решения наших ребят. Видите, дорогие друзья, вот эта компьютерная графика, которая у нас в правом углу возникает. Вот вы можете в первой части вот этого вот прямоугольника, в первом квадратике, да, красным цветом, видеть те ситуации, которые компьютер считает ошибочными. Вот восьмой ход зеленых, 6-5, и компьютер подчеркивает, что, наверное... Красный цвет показывает, да, что была грубая ошибка. Была, да, грубая ошибка, поэтому... Вы можете ориентироваться вот на эти вставочки компьютерные. Вот обратите внимание, желтые так и не могут взять третий пункт. Видите, не заходит, как говорится, нужный номер. Не танцует, прошу прощения. Нет. Не подходит пятерка, не вылетает, чтобы закрыть это поле. А это поле важное. Зеленые потихонечку подбивают здесь, на этой стороне доски, не дают желтым разбежаться. И сейчас, если подобьют еще одну шашку, то где-то близко будет редабл. Сейчас по шансам 50 на 50. Вот теперь так. У зеленых получше после этого хода. А Сэ куда? Куда 3? Где власть. Угодно, но бить надо. Где угодно, но не бить нельзя. Троек полно на доске. Спустить, в дом завести. Так, я просто вообще показываю все возможные тройки. Опять танцуют. Вопрос, есть ли здесь по 4? Если здесь по 4, ну, здесь вот я бы 50% успеха не попадает, да? Я бы не торопился с кубом по 4, поскольку здесь у желтых точно устойчивая оборона, еще много работы, а владение кубом – это тот или иной перевес. Все равно это перевес, какую-то фору мы даем игроку, потому что я уже до конца партии больше ни разу не смогу продавить кубом. И куб на стороне противника, который может его применить по отношению ко мне. То есть куб, владеть кубом – это определенное оружие. Поэтому не надо торопиться с кубом иногда. Поэтому это и есть огромное мастерство – своевременный куб. Не опоздать, не поторопиться, а своевременно. Но пока не имеет возможности развивать позицию Аскурава, потому что никак не может посадить. Более того, у него позиция по отношению к тому, когда он показывал удвоение, совершенно ухудшилась. Сейчас ну, конечно, да. Сейчас они стоят 61 на 39, где-то так, по шансам на победу. 61 в пользу зеленых, конечно. Я имею в виду процентов на победу. 61 на 39. То есть в два раза чаще будут выигрывать эту позицию зеленые, чем желтые. Ну и зеленые еще впереди по гонке на 58 пипсов. Пипсов – это количество очков, которые надо накидать до победы. До того, чтобы выбросить все шашки. Перевес за 50 очков. За 50. Перестали очков. Шутить. В первых двух партиях... Ну, Алексей еще больше расстраивается. Он проиграл перед этим 4 поинта. И в этой позиции, где он показал дабл, она снова развернулась в пользу зеленых. Но мне кажется, там не было удвоения, когда он показывал. Немножко рановато. Но это, видимо, как мы говорим... По итогу предыдущего проигранного несчастного гейма, как говорится, это немножко сработало, как мы говорим, катализатором раннего дабла. Удивительно, с первого хода посадил Аскурава. Все, зеленые решили проблему последней шашки. В общем-то, у них проблем больше нету. 6-6 неплохо, чтобы позащищаться, вот стать, придавить те три шашки, чтобы они так легко не разгружались. Это очень полезный ход, который немножечко... Вот сейчас решил показать по 4. Да, сейчас вот напряг по гонке по-прежнему. По гонке по-прежнему зеленые впереди. Но уже здесь марсов нету. Надо показывать по 4. И надо принимать, поскольку в четвертом поле эти шашки не самые слабые. Они все равно встречают возможный контакт. Ну, дом практически закрыл. Ну, вот видите, а пока зеленые вот, смотрите, не могут... Но дело в том, что сейчас желтым надо чем-то ходить.
чем-то ходить. В доме не стоит ломать, придется что-то раскрывать. Вот бежать и играть две шашки в черном, в четвертом поле против наплывающих зеленых. Идеальный бросок за зеленых, снижается проблема открытия шашек. Желтый, это все, это как бы беготня, как бы, если так можно сказать, оба цвета бегут быстро в дом. Но желтые пытаются поймать, найти шансы, что зеленые смогут вдруг неудачным броском. То, что сделал Разрыв чуть-чуть подзакратился по гонке до 27 очков, но все равно. В первой партии, да? Да. Когда дождался своего часа. 3-3 тоже неплохой, каждый пункт разгружаем. Осталось сейчас кинуть что угодно без тройки зеленым. Зеленый прилично впереди снова. Без тройки, 5-4. Приблизительно такую позицию в точности проиграл в прошлой партии Алексей. Вот о чем когда я он разгружал шестое поле, разгрузил, а на пятом неудачный 6-5. И выпал 6-1. Вот то же самое. Да. То же самое. Теперь 6-6. И выброшенные шашки. Судьба... Единица ждет Алексея. Есть. Попал. Мистика. Ну, вот они вернули друг другу. Судьба по 8 ответила. Пас. По 8 пас. Это две партии близнецы. Ага. А Самас улыбается. Ну, надо же. Две партии близнеца. Абсолютно одинаковые. Вот это крайне редко бывает. Так долго развивалось событие в этой партии. В итоге оно пришло к абсолютно симметричной, так скажем, тождественной позиции с предыдущей партии. Даже, по-моему, с тем же количеством выброшенных шашек. Ну, это я сейчас не могу и единица ее подбила. Я помню. Что ровно с одинаковым количеством? На одну шашку в тот раз, может быть, было выброшено меньше у Алексея, чем сейчас у Асамаса. Но это не принципиально для того, чтобы здесь все равно надо сдаваться. Еще стал 9-8 в пользу. Да, обменялись 4 очками, да, туда-сюда. Да. Так, что у нас с таймером? Там, судя по всему, еще минут 10-12 играть. И насколько я вижу, там, видите, вот в середине между счетами это красный сектор, который постепенно, неуклонно уменьшается. Это указатель общего времени игры. 56-я минута, звенит контрольный сигнал, который означает, что текущий гейм в этой третий часовой звонок, сессии товарищи. Последний. Мы уже определились называть это третьим звонком, хотя он у нас один, но очень четкий. Так, опять открытое начало, обмен ударами. Опять бьет. Обмен ударами. Это все. Опять и ошибка. Опять компьютер показывает, ну, да, ошибку, да? Нужно, желтые здесь ошиблись, сыграв 4-3. Видимо, стоило закрепиться на той части доски, а не развивать здесь. Я мой личный термин. Я называю такие вот партии рок-н-ролл, такой дебют. Каждый ход обмен ударами. Там ударили, здесь ударили, тут. Ну что ж, сыграем рок-н-ролл или потанцуем рок-н-ролл, вот так говорю. Нет, здесь ударили, там ударили, это танцы вот в сельском клубе. Ну, я называю рок-н-ролл. Видите, каждый ход обмен ударами. Но дело в том, что зеленые уменьшили. Вот первый ход, который стабилизирующий хоть как-то. Ну, желтые. Так, что кинули? Зеленые кинули, да? Да, 3-1. Сияк. Надо закрепиться. И здесь продолжаем работу над ошибками. То бишь бьем. Бьем. Ох, это вот джокер. Две шашки подбитые. Вопрос, пятый пункт не обсуждается. Бить третий или здесь дальнюю шашку тащить назад у зеленых отбрасывать. Третий пока Алексей посчитал неактуальным. Вернул. А соперник оба камня посадил. Да. 6-1. Не так плохо. И шестерка закрепились. Или два пункта хочет взять. И здесь, и еще четвертый в доме. Мне первый ход больше понравился. Да, здесь там побольше билдеров, здесь пошире. Встречаю зеленые шашки, которые здесь никакой структуры нету. На этой части доски зеленые куцы стоят. Так, зеленым надо что-то делать на той стороне доски. Либо пробежать до конца. Очень разрозненно они стоят, очень, да, разрозненно. Он сейчас рассматривает закрепиться на этом поле, вот таким ходом. Очень важное поле. Не боится атаки в доме желтых, поскольку там нет материала. Всего 6 шашек, видите? То есть по 2 запасных. Неплохой ход. Ну, передумал. Он рассматривает пока. Либо пробежаться одной шашкой и оставить там 4. Сейчас их там 5, по-моему, да, вот картинка ушла. Да, решил зато пробежаться. Решил пробежаться, оставил 4 шашки. Кстати, 2-1 бы сейчас был удачный бросок для желтых, если бы от Самаса избрал другой план. Но это уже в прошлом. 5-2, развиваемся там, подтягиваем, да. Но это не факт, ну, можно и дом было начинать строить. Это скрытый ход, не всегда можно его найти. Компьютер показал, что лучше начинать строить дом, спустить шашку в доме 6-4. Да, читаемое.
читаемый ход. 5-2. Нет, как раз не нужно. Здесь нужно все время в этой части игры стараться держать три шашки. Правильно было бежать с 18-го поля 5-2. Но я думаю, что он все-таки... Не надо бояться ее открывать. Она ничего не решает, это поле. Желтый впереди. Не пытайтесь поставить свою голову на плечи другого игрока. Да, еще раз повторяю, сбоку видно всем хорошо. Да, поэтому я думаю, что он подстраховался вот этим ходом. Да. Сыграл пока, так скажем, понадежнее. Потом все-таки есть небольшой перевес. Ну, не хочу сказать, что он сейчас такой футбольный автобус собирается на нардной доске выставлять. Но, в общем, сыграть поаккуратнее. Ох ты, какой. Нет, нет, это рано. Это рано. Какое зеленые попадание, отстают. Но... Сейчас... А, они же сбили шашку, да? Ну да, да. Да, 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 конечно. Попадание там на 6-4 было. Раскрытие. Под атаку можно попасть. Опять грубую 3-2, ошибку дает нам компьютер. 3-2, да. 3-2. Было сыграно плохо. Что играли? 25-22 и 6-4. Не надо было бить. Не надо было бить. Да, Алексей задумался, есть ли здесь куб. Где он его пытается увидеть. Сейчас нам покажут, если позицию. Да, давайте посмотрим. Ну, две голые шашки, но они дуплицированы. Там и там нужна шестерка, там четверка, правда, еще. Но и дом еще, мало материала. Считается хорошим, да, Алексей понимает, хорошим признаком, когда на той стороне доски, где я атакую, в данном случае для желтых, 10 шашек. Ну, минимум 9-10. А там 9 было. И то сейчас одну еще подтянули. И еще не полный дом. Вот это джокер. О! Это джокер. Вот это самый подлый ход, который это можно джокер. Было придумать в этой ситуации. Обратите внимание, игроки практически покер-фейс у обоих. Никто не эмоционально не расстраивается, хотя в душе я чувствую, мы переживаем. Безусловно, это тяжело. Ну вот как вот такой вот организм Чарсе 4-3 мог прийти, а? Может, может. Может, я знаю. На своей шкуре испытал не так давно. Я убежден, что организм не может не реагировать. А вот внешний вид, это огромное, я считаю, психологическое мастерство спортсмена. Не показать те переживания, которые внутри. Потому что они, может быть, даже где-то помогают... Оппоненту. Конечно, оппонент видит, что ты начинаешь психовать. Да, да, да. Да не психовать, даже просто нервничать или расстраиваться. Это добавляет каких-то баллов. Ну, это называйте как хотите. Нервничать, что-то в этом психовать, есть, короче говоря. Покер-фейс, он нужен не только в покере, в нардах тоже, я в этом убежден. Надо его назвать. Назвать его надо просто. Зеленый существ впереди по гонке, больше 50 очков, но нету ничего в доме, еще ни одного пункта. Поэтому куб в середине, пока не будет взято хоть какие-то пункты. Желтым нечего тут бояться, надо быстрее строить дом. Тут ничего не построить, поэтому надо вести шашки ближе к дому. Либо одну, я бы начал строить дом, положил одну шашку в четвертое поле. Теперь Аскурава задумался, ой, извините, я оговорился. Арсагов. Да, Ацамас Арсагов задумался. Если здесь куб, не видит куба, потому что нету полей в доме. И действительно, куб показывает рано. Компьютер говорит... Не удваиваем. 2-1. Хоть что-то надо пытаться взять в доме. Какие-то складные броски нужны. Еще раз 3-3. Это не может быть плохим точно. И одной шашкой мы выходим. Интересный ход показывает компьютер. Ударить две шашки, оставив голый в доме. Но мне этот ход больше нравится, который сделал Ацамас. Это прайм. Прайм всегда хорошо, когда много шашек отрезано за прайм. Даже если одна прорвется, это не решает. 6-3. Это по голове. Нет, надо все прятать, спокойно подходить. 6-3 все прячется вот так. Да, да, да. Я думал, на третьем поле стоит. Понятно. То есть на 22-м поле. К сожалению, 2-1. Алексею очень нужны шестерка или пятерка, чтобы оживить шашки. Перетащить что-то на ту сторону игры, на ту часть доски, чтобы не поломать дом. Тоже неплохой. Сейчас будет ли подбой, если повезет? Нет, очень плохой бросок. Все там двигается без,
неинтересным образом, скажем так, двигаться. Да, вот вам, пожалуйста, обычный. Это 4-4 тоже не самый хороший. 4-4. Но есть ровно 4 штуки нашлись, чтобы ничего не поломать. Человек... Но нарушилась конструкция, обратите внимание, у зеленых. Нет гибкости, теперь стоят куцы, шашки. Очень важно шестерки, пятерки, сейчас дальние шашки повести. Или очень маленькие, очень маленькие. Это хорошо. Стало погибче. Зеленые по-прежнему очень сильно опережают, больше 50-60 очков даже там будет с лишним. 62, как это показывает. Но вот эти вот четыре камня желтых, которые... Они встречают. Да, это как... не два, это да. Тут лучше иметь 4, чем 2. Они встречают, у зеленых могут быть проблемы. Но, к сожалению, желтый под билидом свой. Срочно надо вот этими пододвигающими шашками. А не хватает ресурса. Вот под пододвигающие шашки снова брать шестое или пятое поле. Вот взяли одно поле, шестое. Или пятое, Алексей борется за пятое поле. Ну, там можно было и 23-е закрывать. 23-е оно не так важно. Важны шестые и пятые поля. Ну вот сейчас еще есть у зеленых ход, и желтым придется сейчас расслаблять что-то здесь из этой четверки, они не устоят. Придется выбирать. Ну, брать надо, естественно, с пятого поля шашку, а не с четвертого. Дальний опорный оставлять, чтобы быть максимально контакт возможен теоретически. Зеленые обе в дом, по идее. Вот теперь сейчас у зеленых они одну шашку завели в дом. Я думаю, неправильно. Надо было заводить обе шашки в дом. Сейчас все равно дойдем до ситуации две шашки. Только в худшей редакции, видите? Сейчас бы уже, кстати, ну неважно. Уже сейчас зеленый дом, две шашки уже бы завели в дом. Ну, компьютер не реагирует. Все, текущий гейм последний. У нас интересный счет 9-8. Может остаться победа. Но сейчас зеленые фавориты, но могут открыться. Стоят нескладно. И судя по лицу Ацика, что-то выпало неудачное. Две голых. Ой-ой-ой. И вот сейчас... Попадание смертельно. Мимо. Мимо. С двух двойки, тройки и 1-1 давали существенную победу, могли даже Марсу. Надо было ставить удвоение, а Алексей даже не подумал. Не успел подумать, так порадовался. Но ситуация-то, если еще и улучшилась, то совсем чуть-чуть. Ну, отстают. Желтая обычная победа в 2 очка. 10-9. Похоже, нас ждет итог этой сессии в размере или в количестве, или в итоговом результате, как 10-9 в пользу Асамаса. Хотя, как всегда говорю, не будем забегать до того, как игра не закончилась, но шансы зеленых после этого 4-4 многократно возросли. Но никто не признает поражение, пока есть теоретические шансы. 4 броска осталось зеленым, 5-2. Видимо, Алексей еще считает, что лучше бросить, чем считать шансы. Все. Там уже теоретически нет победы. По-моему. Да. Теоретически нет победы. Все. 10-9. Как говорят, такие партии Ботвинник сдавал. Как мы говорим, боевой был матч, счет 10-9. Да. Причем я хочу сказать, что если в первом матче все-таки у Константина Пучкова в какой-то момент... Так стало вырисовываться преимущество, и он его не упустил. Да. То здесь, прямо здесь весы, вот качели. Вообще просто до последнего хода, до последнего хода. Именно ну вот так. Попади, попади вот последок при двух победа открытых. Определенно была Алексей, бы, да, победа у была Алексея бы. Могла быть и Марсом, если бы собрал его, бы две сбитые шашки. Но видите, Пучков-то хитрый, Константин Аронович. Сказал, что, скорее всего, Арсагов выиграет, и он выиграл. А, да, прогноз да, был правильный. Да, так что... К сожалению, так, я вот, кстати, доверился, что напишет мое имя правильно. Не стал спросить. Так, ну что же, действительно, прогноз Константина Пучкова оправдался. Оправдался, хотя минимальным разрывом, но тем не менее. Ну что же, в первой нашей встрече победил гость, желтая футболка, а во второй встрече верх одержал хозяин. Ну, наверное, Юрий, все-таки вот в матче игроков такого уровня больших разрывов
в счете, ну, априори, наверное, не должно быть, потому что уровень мастерства очень близок, к высочайшему. Да, совершенно я верно. Я не буду говорить там космическому, но высочайший уровень. Чемпионы мира, чемпионы Европы. Удачи, если она вдруг ляжет финалисты в течение часа, там и прочее, прочее. На одни плечи ляжет. Да, то, поэтому мы можем, конечно, много факторов брать на подмогу, на помощь для объяснения, скажем, победы или поражения того или иного спортсмена. Удачу списывать, естественно, нельзя, но мне понравилось в первую очередь, вот там мы начали с того, что какой будет стратегия и тактика, да? Да. Вот это по поводу стратегии я бы не сказал, но то, что тактические рисунки по ходу партии менялись, и это было не за счет удачи, а за счет как раз понимания, вот это перспективы, плана на игру. Это очень важно. И видно было то, что я ведь неспроста задал вам вопрос, насколько часто они встречаются. Видно было, что они манеру друг друга знают просто великолепно. Именно так. Да, они прекрасно, может быть, даже на опережение чуть-чуть играют в том плане, что вряд ли сейчас он будет рисковать. А может быть, вот та ситуация, когда он рискнет. Не знаю. Вот это моя точка зрения. Может быть, я не прав. Может быть, у вас... Я с вами здесь соглашусь. Соглашусь своя полностью. Точка зрения. Абсолютно верно. Ну вот давайте посмотрим, что у нас будет в ближайших турах. Следующий понедельник. Вот сегодня мы видим Сергей Ерохин и Константин Пучков. 11-6. Ацамас Арсагов и Алексей Аскурава. 10-9, и вот, пожалуйста, 28 ноября Петухов Варданян, Джагарян Азизов, 5 декабря Оленин и Окопов. Вот мы посмотрим на Юрия Грантовича, как он будет себя чувствовать уже в качестве игрока. Ох, я не знаю, кто мне достанется в сокомментаторы, но я, правда, ему пообещал, что буду за него болеть. Вот. Так что. Ну и вот 5 декабря Леонид Рискин и Ярослав Гусев. Да, вот пока это вот наш такой график первого тура. Вот первый тур из 33 мы представляем вам, дорогие друзья. Ну а сейчас я с удовольствием хочу представить вам Арсамаса Арсагова, человека, который под вторым номером в списке победителей первого соревновательного дня, первого телевизионного турнира по коротким нардам, вписал свое имя в историю. Но я хотел бы вам вот какой вопрос задать. Я его задавал Константину Пучкову, не буду придумывать ничего другого. В какой момент вы почувствовали, что победите? Или до конца этого чувства вообще не возникало? Ну, у нас был очень равный матч. И два раза ход игры мог кардинально поменяться. В какой-то момент там я попал последний раз, его шашку сбил, там мог 4 очка выиграть, мог проиграть. В какой-то момент в конце он выиграл, вырвался 9-8, и в конце у нас была достаточно ровная. Ну вот этот вот шашияк, который вы бросили 6-1, когда оставляли, какая-то партия была, третья или четвертая, когда оставили там умирать своего пехотинца, и в конце концов пришло это счастье. Ну да, там был единственный вариант, видимо, я уже не помню всех нюансов, но когда ты сильно отстаешь, то надо надеяться на то, что ты побьешь чужую шашку. Да, и в следующей партии он вам ответил. Вот, я говорю, это самые кардинальные моменты, да. Когда по 4 очка разыгрывалось, и он попал, тоже вернул эти 4 очка, а в последней партии была очень напряженная. И Леша такой игрок, мы давно уже друг друга знаем, он всегда играет вот эти вот обратные игры, когда много шашек сзади, да. И до последнего ничего не понятно, и там могут быть много ошибок, потому что сложные позиции. И у вас было 2 открытых камня. Ну, да. То есть он сыграл фактически по той же схеме, по которой играли вы в третьей партии, да, или во второй партии. Ну, это называется обратная игра, да. То есть там до последнего есть шанс попасть в шашку. Но здесь ему не повезло, конечно. Ну, да, не повезло, да, и, соответственно, это все решило. Собственно, тоненького все получилось. Да, абсолютно, абсолютно я с вами согласен. Скажите, вот вы не первый раз у нас здесь, на телеканале «Старт». Вопрос, который лежит на поверхности, не могу его не задать. Вот еще месяц назад вы могли себе представить, что нарды
прорвут телевизионный эфир. Ну, да, мы надеялись, что когда-то рано или поздно это произойдет. Слава богу, что так достаточно оперативно все удалось решить, и все на очень высоком уровне. Мне очень все нравится. Юрию Грантовичу большое спасибо за его усилия. И мы как бы вовремя, скажем так... Как он говорит, протанцевали. Ну, я думаю просто, что после того, как мы признали нарды видного спорта, прогресс уже достаточно большой, и все будет дальше и дальше развиваться, и поэтому я думаю, что то, что сейчас произошло, это первая ласточка, и у вас, что называется, первая... А теперь ответьте мне, пожалуйста, на вопрос, который не задать не могу. Что у нас в Северной Осетии с хоккеем теперь происходит? А? Колитесь! Спасибо. Когда появится Алания? Алания у нас есть любительская, и там она в надежных руках моего брата, так что я уверен, что у нас в хоккее хорошее будущее. Вопрос всегда во времени, да. Когда это все будет развиваться. Хорошо. Спасибо вам огромное. Поздравляю вас с победой в дебютном матче. Не забывайте, что как корабль назовешь, так он и поплывет. Как стартовую игру проведешь, так и да. Весь турнир Надеюсь. Пройдет. Спасибо. Спасибо за игру. А мы вам представляем еще раз нашу таблицу с результатами. И 28 ноября мы продолжим. Запомните, дорогие друзья, понедельник – это день нарт. Это день нарт во всей стране. Я не знаю, вот кто, можно, Юра, представляя игроков 28 ноября, тех, кто будет играть, можно ли остановиться на фаворитах? Есть ли они здесь? Ой, неблагодарно это дело фаворитов, поверьте мне. В первой паре, один из гроссмейстеров из двух первых мы видели сегодня игру великолепную Сергея Ерохина. Это второй Микаэл Варданян. Оппонентом у него будет визави Сергей Петухов. Это победитель огромного количества турниров. Очень сильный игрок во все дисциплины по нардам, то бишь и длинные, и короткие. Ну, плюс ко всему еще и по шахматам. И по шахматам. Кандидат. Да, поэтому сложно сказать. Я считаю, у них, как я говорю, боевая. Ну и вторая пара, соответственно, то же самое. Это очень сильные игроки, и Тимур Азизов, и его оппонент. В общем, давайте болеть за сильнейшего, как принято говорить, это тот самый случай. Ну что ж, дорогие друзья, я хочу поздравить все спортивное сообщество нашей страны с уже прошедшим днем, международным днем телевидения, и поздравить всем, что наконец-то на телевидение пришли нарды. Поздравляю всех любителей этой замечательной игры и своего визави, и себя лично, и всех тех, кто в эту игру влюблен, потому что в нее нельзя быть невлюбленным с тем, что вот этот прорыв состоялся. Ну и благодарю Юрия Акопова за участие в сегодняшней трансляции. Для вас работал Юрий Акопов. Я благодарю за приглашение прокомментировать такое прекрасное событие, как чемпионат Суперлига на телеканале «Старт». Ничего, вы еще устанете от этого. Не устану, буду рад. Для вас работали Юрий Акопов и Григорий Твалтвадзе. До будущих побед, друзья. Всего доброго.